atgriežas pie Dieva. Мы в это верим. Mēs tam ticam. И наша вера. Mūsu ticība. Она не была пустой. Tā nebija tukša. Она была с делами. Tā bija kopā ar darbiem. Библия говорит, что вера без дел мертва. Библия говорит, что ticība без darbiem mirusi. Но если она с делами, bet, ja tā ir kopā ar darbiem, она оживает. Tā ir dzīva. Хочешь оживить свою веру? Tu gribi atdzīvināt savu ticību. Надо что-то делать. Ir kaut kas jādara. Просто сидеть ждать. Vienkārši sēdēt un gaidīt. Что придет какое-то благословение. Atnāks kāda svētība. Это неправильно. Tas nav pareizi. Вера без дел мертва. Ticība bez darbiem ir mirusi. Поэтому, когда мы верим, Tāpēc, tad, kad mēs ticam, мы всегда действуем. Mēs vienmēr darbojamies. Не всегда мы знаем, как правильно действовать. Не vienmēr zinām, kā pareizi mums jārīkojas. И очень мы часто ошибаемся. Un ļoti bieži mēs kļūdamies. Ошибаемся в своих делах. Kļūdamies savos darbos. Своих поступках. Savās rīcībās. И важно не просто что-нибудь делать. Un ir svarīgi nevis kaut ko darīt. Важно знать пути. Bet svarīgi zināt ceļu. Библия говорит. Bībelē ir teikts. Бог показал народу чудеса. Kad Dievs parādīja tautai brīnumus. Но Моисею пути. Bet Mozum ceļu. И мы лидеры. Un mēs esam līderi. Служители. Kalpotāji. Для нас важно. Mums ir svarīgi. Не просто видеть чудеса. Nevis vienkārši redzēt brīnumus. Нам нужно знать пути. Mums ir jāzina ceļi. Знание путей. Ceļu zināšana. Приходит через откровение. Atnāk caur atklāsmi. Знание путей. Zināt ceļu. Приходит через видение. Tas atnāk caur redzējumu. Это две разные вещи. Tās ir divas atšķirīgas lietas. Что такое откровение? Kas ir atklāsme? Это фрагмент видения. Tas ir redzējuma fragments. И видение. Un redzējums. Как большая картина. Kā liela bilde. Состоит из многих откровений. Tā sastāv no daudzām atklāsmēm. Очень часто. Ļoti bieži. Человек думает, что на одном откровении. Cilvēks domā, ka uz viens atklāsmes. Он может построить свою жизнь. Viņš var uzcelt savu dzīvi. Но нам нужно видение. Bet mums ir vajadzīgs redzējums. Нам нужна картина. Mums ir vajadzīga bilde. Эта картина должна родиться в твоем духе. Šai bildei jāpiedzimst tavā garā. В твоем сердце. Tavā sirdī. И если что-то родилось внутри тебя. Un ja kaut kas ir iekšā tevī piedzimis. Завтра оно будет в твоей жизни реальным. Rīt tas tavā dzīvē būs reāli. Если мы хотим что-то изменить в своей жизни. Ja mēs gribam mainīt kaut ko savā dzīvē. Все начинается с видения. Viss sākās no redzējuma. И нам нужно получить видение. Un mums vajag saņemt redzējumu. Когда мы говорим о видении. Kad mēs runājam par redzējumu. Оно приходит не только через личное откровение. Tas atnāk ne tikai caur personīgu atklāsmi. Оно приходит также через опыт. Tas atnāk arī caur pieredzi. Других людей. Citiem cilvēkiem. Поэтому. Tāpēc. Чтобы формировалось видение. Lai formētos redzējums. В твоем сердце. Tavā sirdī. Тебе нужно соединить. Tev vajag savienot. Свои откровения. Savas atklāsmes. И мировой опыт христианства. Un kristiešu pasaules pieredzi. Все вместе. Viss kopā. Оно может сформировать ясную картину. Tas formēs tev skaidru bildi. Видение для твоей жизни. Redzējumu priekš tavas dzīves. Biblija говорит. Biblija ir teikts. Что гибнет народ из-за недостатка видения. Kad tauta iet bojā no zināšanu trūkuma. Неполная картина. Nepilna aina. Неясное понимание. Neskaidrs saprašana. И это производит к гибели. Un tas ved uz bojāju. Это производит к разрушению. Tas ved uz sabrukumu. Нам нужно созидание. Mums vajag celšanu. Нам нужен рост. Mums vajadzīgs pieaugums. Нам нужно умножение. Mums vajag pavairošanās. Новое поколение. Jaunā paaudze. Не должно ограничиваться какими-то 20-30 тысячами людей. Tam nav jāierobežas ar 20-30 tūkstošu cilvēkiem. Это должно быть мировое движение. Tam ir jābūt pasaules kustībai. Где есть миллионы спасенных людей. Kur ir miljoni glābtu cilvēku. Мы имеем сильное откровение. Mums ir stipra atklāsme. Мы имеем сильные цели. Mums ir stipri mērķi. И очень много людей должны в них быть посвящены. Un ļoti daudziem cilvēkiem jābūt veltītiem tiem mērķiem. Аминь. Amen. Кто-то согласен со мной? Kāds piekrīt man? Я верю в большое новое поколение. Es ticu lielai jaunai paudzei. Я не верю в какую-то кучку непризнанных героев. Neticu mazai grupiņai neatzītu varoņu. Я верю в огромное движение. Es ticu lielai kustībai. Миллионы. Miljoni. По всему лицу земли. Pa visu pasaules zemi. Это люди, пропитанные одной идеей. Tas ir cilvēki piesātināti ar vienu ideju. Пропитанные одними целями. Piesūtināti ar vieniem mērķiem. И эти миллионы должны манифестировать. Un šiem miljoniem jāparāda. Как Бог действует. Kā Dievs darbojās. В их жизни. Viņu dzīvē. В их судьбе. Viņu liktenī. Благодаря этим откровениям. Pateicoties šīm atklāsmēm. Я очень рад. Man liels prieks. Что у нас апостольское движение. Ka mums ir apostoļu kustība. Я очень рад, что у нас есть апостол. Mums liels prieks, ka ir apostols. Человек, которому Бог дал некоторые откровения. Kuram Dievs deva dažas atklāsmes. Эти откровения, они особые. Un šīs atklāsmes ir īpašas. Первая из них. Pirmā no tām. Говорила о матери тысячи церквей. Runāja par māti tūkstošu draudzēm.
Это не просто тысячу маленьких церквушек. Tas nav vienkārši tūkstoši maziņas draudzes. Это тысяча мегацеркви. Tas ir tūkstoši мегадраудзес. И мы должны научиться строить мегацеркви. Un mums ir jāiemācās celt мегадраудзес. Большая церковь. Liela draudze. Может больше сделать, чем маленькая. Tā var izdarīt vairāk nekā maziņa. У большой церкви. Lielai draudzei. Больше влияния. Ir vairāk ietekmes. У большой церкви. Lielai draudzei. Больше помазания. Ir vairāk svaidījuma. Аминь. Аминь. Очень часто. Ļoti bieži. Люди называют это наоборот. Cilvēki sauc otrādāk visu. Нас пятеро. Ka mēs ir pieci. Но у нас такое присутствие. Bet mums ir tāda klātbūtne. Если у вас есть большое присутствие. Ja jums ir liela klātbūtne. Оно обязательно нужно людям. Tas noteikti ir vajadzīgs cilvēkiem. Поэтому большое количество людей. Tāpēc liels vairums cilvēku. Больше силы. Ir vairāk spēka. Больше помазания. Vairāk svaidījuma. В апреле месяце. Апрель месяц. Мы проводили молитву в Харькове. Mums bija lūkšanas kalpojums Harkovā. И собралось где-то 8500 людей. Un sapulcējas 8500 cilvēku. Вы знаете, ничем не передашь. Jūs zināt, nekā nevar nodot. Это помазание. To svaidījumu. Эту атмосферу. Šo atmosfēru. Которая рождается. Kura piedzimst. Когда такое количество людей. Kad ir tik daudz cilvēku. Наполненные одним духом. Piepildīti ar vienu garu. Одной идеей. Ar vienu ideju. Мы имели прямую трансляцию по телевидению. Mums bija tiešā translācija televīzijā. У меня лежат десятки свидетельств. Man guļ desmitiem liecību. Люди не могли поехать. Cilvēki nevarēja atbraukt. Но они смотрели по телевидению. Bet viņi skatījās televīzijā. И атмосфера была настолько сильная. Un atmosfēra bija tik stipra. Что они исцелялись там. Ka viņi tāpat dziedināti tur. С Россией парня встретил недавно. No Krievijas nesen satiku puisi. Он говорит, моя мама смотрела. Viņš saka, mana mamma skatījās. У нее была опухоль на почке. Viņai bija augons uz nieres. Она через телевидение исчезла. Viņa caur televīziju pazuda. И таких свидетель масса. Un tādu liecību ir vairums. Почему? Потому что люди наполнены. Pēc, tāpēc, ka cilvēki piepildīti. Одним духом. Ar vienu garu. Одними откровениями. Ar vienām atklāsmēm. И это очень важно. Un tas ir ļoti svarīgi. Я думаю, наступит день. Es domāju, tani. Когда не футбольные фанаты будут собирать по 100 тысяч. Dienā, ka nevis futbola fanāti pulcēsies 100 tūkstoši. А когда верующие люди. Bet tad, kad ticīgi cilvēki. И не просто какая-то странная толпа. Un nevis vienkārši kaut kāds dīvains pulks. Разная такая. Tād visādīgi. Но люди наполнены одним духом. Cilvēki piepildīti vienu garu. Одним откровением. Vienu atklāsmi. Они будут приходить. Viņi nāks. Итак, друзья, что нам нужно? Un tā, draugi, kas mums ir vajadzīgs? Нам нужен рост. Mums vajadzīgs pieaugums. Недавно я со своей мамой разговаривал. Nesen runāju ar savu mammu. Я говорю, слушай. Es saku, klausies. 21 год. 21 gadu. Я пастырь. Es esmu mācītājs. И все 21 год. Un visu 21 gadu. Каждый день. Katru dienu. В моей голове одна мысль. Manā galvā ir viena doma. Одна мысль. Viena doma. Я говорю, она меня уже задолбала. Es saku, man jau tā ir apnikusi. Эта мысль. Šī doma. Как сделать, чтобы люди в церковь пришли? Kā izdarīt, lai cilvēki nāktu uz draudzi? У кого еще такая мысль? Kam vēl tā doma ir galvā? Мне уже надоело. Man jau tā ir apnikusi. Но я понимаю, это моя работа. Bet es saprotu, tas ir mans darbs. Это мое служение. Tas ir mans kalpojums. Иисус сказал. Jēzus teica. Вы будете ловцами. Jūs būsiet par zvejniekiem. И ловить можно по-разному. Un ķert var visādīgi. Но ловить нужно. Bet jāķer ir. Поймите, рыба сама в лодку не прыгает. Saprotiet, zivs pašas laivā nelec. Ну, в исключительных случаях. Nu, tikai atšķirīgos gadījumos. В основном. Pārsvarā. Ее надо ловить. Tā ir jāzvejo. И для этого надо умение. Un tādēļ vajadzīga māka. Мудрость. Gudrība. Способность. Spējas. Видение. Redzējums. Это то, что нам нужно. Tas ir tas, kas mums vajadzīgs. Знаете, я очень сильно озабочен этой проблемой. Ziniet, es ļoti stipri norūpējies ar to problēmu. И где-то год назад. Un kaut kur gadu atpakaļ. Может больше. Чуть-чуть. Varbūt vairāk. Уединялся, чтобы молиться. Es aizgāju viens, lai lūgtu. Молиться перед Богом. Lai lūgtu Dievu priekšā. И просить, чтобы Бог показал, как нам нужно расти. Un prasīt, lai Dievs parāda, kā mums ir jāaug. Как нам нужно приводить людей к спасению. Kā mums jātad cilvēku uz glābšanu. Обложился многими книгами. Es biju apkrāvies ar daudzām grāmatām. Смотрел много видео. Skatījos daudz video. Проповеди. Svētrunas. Как раз в это же самое время. Un tieši tajā pat laikā. Я принес хорошую жертву. Es pienesu labu upuri. В служение доктора Йонги Чо. Kalpojumā Йонги Чо. И мне письмо пришло. Un man atnāca vēstule. Доктор Йонги Чо. Доктор Йонги Чо. В своей молитвенной пещере. Сава лукшенс кална. Молится за вас. Лудз пар юмс. Ну, не знаю, молился или нет. Es nezinu, лудз vai ne. Ну, по крайней мере, написали. Bet katrā gadījumā to man uzrakstīja. Знаете, в это время что-то произошло. Jūs zināt, šī laikā kaut kas notika. Я понял, что существует система. Es sapratu, ka eksistē sistēma.
Система роста церкви. Draudzes pieauguma sistēma. Это не просто так. Tas nav vienkārši tāpat. Люди будут спасаться. Cilvēki glābsies. От того, что ты сильно помазан. Ну так, что ты стипри свайдец. Или от того, что ты сильно этого хочешь. Ну так, что ты люд стипри то гриб. Или часто говорили от того, что пришло пробуждение. Ведь бежно ты сак как отнаться от мода. Нет, это правда. Не, та и потесиб. 70 лет. 70 годы. От нас удерживали. Ну мумс айстурея. Знания о Боге. Зинашен спардиев. Любые духовные. Ебкур с горига зинашен. И через 70 лет. Он под 70 годем. Двери открылись. Дурис отверас. Понятно. Скайдерс. Люди были голодными. Силваки бы исалкуши. Поэтому иногда я брал Библию. Та здесь издержизнеем Библии. Выходил на площадь. Из гайлаукума. И говорил. Аллилуйя! Аллилуйя! И сразу 25 человек приходило. Он раз 25 человек от нас. Я им проповедовал. Он еще нем слудиную. Самое интересное. Pats interesantākais. Что сейчас? Kad tagad. Если ты возьмешь Библию. Ja tu paņemsi Bībeli. Скажешь, аллилуйя. Teiksi, аллилуйя. На тебя посмотри, как на дурачка. Uz tevi paskatīsies, kā uz muļķīti. Почему? Kādēļ? Это уже не новое. Tas jau nav jaunums vairs. Если раньше. Ja agrāk. Я проводил первую евангелизацию. Es pirmo evangelizāciju я взял три ватмана. Es paņēmu trīs. И фломастерами нарисовал. Он фломастеру узрахстил. Молитва за больных. Лукшен парслымае. Спасение. Глабшена. Исцеление. Цьединашена. Я их повесил три ватмана. Он есть покаршус плакатус. И 100 человек покаялось он на служении. Он 7 человек и нужало игракс. Сейчас так не происходит. Так это не нотик. Сейчас надо столько всякой макулатуры сделать. Так ты должен макулатуру себе изведу. Чтобы хоть кого-нибудь привлечь. Лайту каду отвесу. Потому что не одни мы плакаты вешаем. Да, пейски не вины, мы есть плакаты. Все скаринам. Вешают плакат. Виси плакат скорее. Все раздают. Виси. Поэтому вот эта жажда. Да, пейчис алкас. Которая была в 90-х. Курас бей дендис на ее году. Она прошла. Да, сир погашес. И это не значит. Он тас не нозиме. Что пробуждение закончилось. Ка атмода ир бейгусес. Теперь надо молиться, tagad ir jālūd, чтобы оно опять началось. Lai tā atkal sāktos, чтобы Лукашенко стал президентом. Lai Лукашенко būs par prezidentu. России, Украины, Белоруссии. Кривия, Украина, Балткривия. Запретил всем все. Aizliegt visiem visu. Лет на 10. Uz 10 gadiem. А потом опять пришла перестройка. Un pēc tam atnāktu pārkārtošanas. И опять все разрешили. Un atkal visu atļautu. И тогда все опять будут жаждущими. Un tad visi atkal būs izslāpuši. Ерунда. Muļķības. Такого уже не будет. Tā vairs nenotiks. Сегодня время. Šodien laiks. Надо работать. Ir jāstrādā. Просто надо работать. Ir vienkārši jāstrādā. И проповедь Евангелия. Un evaņģēlijas sludināšana. Это труд. Tas ir darbs. Это серьезный труд. Tas ir nopietns darbs. И просто сидеть в церкви. Un es vienkārši sēdēt draudzē. И молиться. Un lūgt. Бог! Dievs! Пусть пробуждение придет. Lai atmoda atnāk. Это ерунда. Tas ir muļķības. Ты можешь молиться 100 лет. Tu vari lūgt 100 gadus. Иисус сказал. Jēzus teica. Идите. Ejiet. Научите. Иемаците. Научите. Иемаците. Можно молиться. Варлухт. Но никуда не идти. Он никуда не идет. И говорить. Он тейкт. Было время. Бил лайкс. 90-х годах. 90-х годах. Когда все бежали. Когда все скрыли. А сейчас другое время. Это 30 лайкс. Я слушал такие проповеди. Из дирдей тад светрунс. Один человек говорил. Вин человек сати. Были времена Давида. Бей Давида лайки. Мы все завоевывали. Мы все ее кроем. А сейчас времена Соломона. Это когда Соломона лайк. Мы набираемся мудрость. Мы сватим гудрибу. Но времена Соломона не только мудростью охарактеризовались. Бет Соломона лайкос не только гудрибу. Он там себе еще жен набрал. Венчал цур сиевас по ней сел. От безделья. Но без дербибас. Можно любой ерундой заняться. Верно дербутер серебкадру. Аминь. Аминь. Основная цель церкви. Он памат мерти здраво. Основная цель церкви. Памата драуд смерти. Основная цель церкви. Памата мерти здраво зей. Не делать мир лучше. Не тайсит пасаули лабаку. А спасать мир. Бет изглаб то. Это основная цель церкви. Tas ir pamatmērķis, draudzē. Послушайте. Paklausieties. Если кто-то едет на машине. Ja kāds brauc ar mašīnu. Со скоростью 160 км в столб. 160 км в стундā. В столб. Un stabā ieiet. А я подойду к нему. Bet es pienākšu pie viņa. И скажу, давай я тебе поправлю воротничок. Un teču, pagaid, es tev sakārtošu apkaklīti. Это не поможет. Tas nepalīdzēs. Он все равно разобьется. Viņš tik un tā. Мне надо его спасти. Man ir viņš jāizglābj. Поэтому мне надо сделать все, tāpēc man jāizdara viss, чтобы он остановился. Lai viņš apstātos. Нам нужно спасать людей. Mums vajag glābt cilvēkus. Чтобы они рождались свыше. Lai viņi atdzimtu no augšas. Их жизни менялись. Lai dzīves mainītos. И чтобы они становились частью церкви Иисуса Христа. Lai viņi kļūtu par daļu Иисус сказал. Jēzus teica. Создам церковь. Radīšu draugu. Врата ада. Элес варты. Не одолеют. То не узвореш. Что бы мы ни делали. Lai ko mēs arī nedarītu. Общественные организации. Sabiedriskās organizācijas. Реабилитационные церкви.
Что бы мы ни делали, закончится все должно тем, что люди придут в церковь. И они станут частью тела Иисуса Христа. Аминь. И концентрация верующих в обществе, она сделает веру, общество другим. Она сделает общество новым. Да, мы соль земли. Какой процент этой соли? Если процент маленький, это не чувствуется. Бога всегда интересовало количество. Поэтому Он говорит Иоанну: измерь храм. Измерь темплы. Измерь жертвенник. Измерь алтари. Измерь поклоняющихся на нем. Измерь тос, кас пелудз. Господи! Кунгс! Какая тебе разница, сколько там? Кладу ты устарпи, цик вы не турир. Главное, чтобы были верные. Главное, слои русты цики. Нет, разница есть. Не, отчериба и. Чем больше святых людей, чё вайрак святу цилвеку, тем чище будет общество. Чё тирак бус собедриба. Чем больше праведных, чё вайрак тайсно, тем больше мы изменим политику. Чё вайрак изменим. Чем больше праведных, чё вайрак тайсно, тем больше мы изменим бизнес. Чё вайрак изменим. Все меняется при большой концентрации верующих людей. Аминь. Аминь. И Бог дал мне откровение о системном служении. Простую статистику приведу. Мы начали вводить это системное служение в начале этого года. 3-4 марта. 3-4 марта. Мы обзвонили всех пасторов наших в Украине. Мы обзвонили всех украинцев мацей. У нас было два вопроса. Мумс быть диви яутаями. Это было не простое служение. Тас не бий венкарш калпоем. Это было особое служение. Тас бий ипаш калпоем. У нас было два вопроса. Мумс быть диви яутаями. Сколько людей было на собрании? Цик цилвеку бий сапоте. Фактически. Фактически. Не абстрактно. Не из абстракты. И сколько людей покаялось? Ун цик цилвек отгрезас ног. Значит, 4 марта. 4 марта. У нас было 9540. 9540. На собрании. Сапулцес. И 820. Пришло к покаянию. Ну, жалой грекс. Это во всех церквях. Это сервиса здравоцес. Значит, 24 июня. Тата, 24 июня. У нас было следующее собрание. Мы бы открыл тогда пати сапулце. По системному служению. Пейт систем скалпошенс. Опять мы провели опрос. Открыл мейс аптаю вейтам. Значит, по этому опросу. Пейт шис аптаюес. У нас было на служении 10 000. Мы сделал копом обид 10 000. 740 человек. 740 человек. 802 покаялось. У нас 82 отгрызлась ног ракем. Я говорю реальные цифры. Я думаю, может, если бы мне даже соврали. Я думаю, я мам под самолоту. Ну не на 1000 же. Ну не про 1000. Тут аплодисменты. Шейт, аплодисменты. Дорогие. Дорогие. Нам нужно расти. Нам нужно умножаться. И я не говорю, что здесь сработало только это откровение о системном служении. Но оно заняло главенствующую роль. Во всех церквях люди начали работать. Люди начали проповедовать Евангелие. Люди начали заниматься наставничеством. И у нас есть два очень важных вопроса для роста церкви. Первое — это евангелизация. Первое — евангелизация. И второе — это наставничество. Унутрай сир памацийба. Если у нас нету евангелизации, я мумс нау евангелизацийс, в церковь не будет притока драудзе не бус плусмас новых людей, яуну цилвеку. Соответственно, отбилстошт. Очень многие вещи, лёты даудз лэтас, они уже не будут работать. Винис варис не страдас. Когда ты будешь проповедовать об исцелении, тэтка слуднас пар дзэдэнашэнам, трудно будет кого-то исцелить. Груты бускату дзедена. Потому что те, кто могли его принять. Да, поиска те вар кури варе. Они его уже приняли. Те его пеняем. Те, кто не могли принять. Те кури не варе пеняем. Они его не приняли. Вини то арине пеняем. И я вам честно скажу. Он этим с года и тейкш. Скорее всего, что и не примут. Три закарика не пеняем. Аминь. Аминь. Если ты будешь молиться за освобождение. Я ту лукс пер отбривошенос. Послушайте. Поклаусетесь. Нам иногда надоедает. Мумс даржис апнык. Видеть 10 лет подряд. Редзеть 10 гады пэц картас. Одних и тех же людей. Венс он тос паша стюлакс. Которые кричат. Кури клец. Почему? Капец. Я не спорю. Эс не стрейдос. Может быть, им надо освобождение. Варбут в нем ир вайдзейг отбривошенос. Но
Для этого должны быть отдельные структуры. Bet там, где Илья, будто это сам структура. Неверующие люди. Neticīgi cilvēki. Это те люди. Tie ir tie cilvēki, для которых откровение об исцелении. Kuriem atklāsim par dziedināšanu. Об освобождении. Par atbrīvošanos. Это свежие откровения. Tas ir svaiga atklāsme. И они принимать это с жаждой. Un viņi pieņems to ar alkām, slavē. Знаете, многие пастора. Jūs zināt, daudzi mācītāji. Они просто не призывают к покаянию. Viņi vienkārši nepiesauc uz grēku nožēlu. Потому что им стыдно. Tāpēc, ka viņiem ir kauns. Им не хочется позориться. Viņiem negrib apkaunoties. Кто чувствовал когда-нибудь в жизни такое состояние? Kurš sajūta dzīvē tādu pretīgu stāvokli? Когда ты говоришь, kad tu saki, пожалуйста, кто хочет покаяться, придите сюда. А никто не приходит. Kto чувствовал? Bet neviens neatnāk. Kurš jūta? Я чувствовал. Es jūtu. Это страшное состояние. Tas ir drausmīgs stāvoklis. Потому что внутри тебя. Tāpēc, ka iekšā tevi. Чувство позора какого-то. Ты проповедуешь Евангелие. Ты слудини Евангелию. А на Евангелие никто не реагирует. Bet uz Evangeliju neviens nereaģē. Никого нет. Neviena nav. Что это значит? Ko tas nozīmē? Это не значит, что пробуждение закончилось. Tas nenozīmē, ka atmodu beidzās. Это значит, что нам надо поставить систему. Tas nozīmē, ka mums jāievēt sistēma. Чтобы у нас всегда были спасенные люди. Lai mums vienmēr būtu glābti cilvēki. Amen. Нам не надо вдохновлять все время. Mums nevajag iedvesmot visu laiku. Братья и сестры, брали un māsas. Если вы не будете проповедовать Евангелие, ja jūs nesludināsiet Evangeliju, Павел сказал, Павел сацīja, горе мне, когда я не благовествую. Bēdas man, kad nesludinu. Вам надо горе? Jums vajag bēdas? Не надо. Nevajag. А если не будете благовествовать, bet, ja nesludināsiet, то всем придет горе. Tad bēdas visiem nāks. Хорошая проповедь. Laba svētruna. Не дай Бог. Nedod Dievs. Такую проповедь. Tādu svētrunu. Не дай Бог такое слушать. Не дают Бог и люди с чувством вины пошли домой. Состояние противное. Ar protivu stāvokli. Потому что ни пастор не удовлетворен, tāpēc, ne mat, ни люди не удовлетворены. Ne cilvēki apmierināt. Нам не надо на это вдохновлять. Mums nevajag iedvesmot. Нам надо это построить. Mums tas ir jāuzsver. Нам надо это систематизировать. Mums vajag to sistematizēt. Вот и все. Un arī viss. Директор Мерседеса. Директорс Мерседеса. Не приходит каждый день в цех. Viņš nenāk katru dienu uz draugu. И не говорит. Un nesaka. Дорогие рабочие, дорогие strādnieki, давайте сделаем еще сегодня партию машин. Uztaisīsim vēl vienu mašīnu. Люди так партию. Нуждаются в машинах. Cilvēkiem ir tā vajadzīga mašīna. Все хотят Мерседесы. Visi grib Mercedes. Давайте хоть партию сделаем Uztaisīsim небольшую. Uztaisīsim nelielu vienu партию. И рабочие стоят говорят. Un strādnieki stāv un saka. Ну давай. Ай, labi. Ладно, сегодня сделаем. Labi, šodien uztaisīsim. Такого нет. Tā nenotiek. Есть система. Ir sistēma. И нам нужно две системы. Un mums vajadzīgs divas sistēmas. Система евангелизации. Evangelizācijas sistēma. И система наставничества. Un pamācības sistēma. Люди должны спасаться. Cilvēkiem ir jāglābas. И люди должны духовно возрастать. Un cilvēkiem garīgi jāpieaug. От этого зависит рост церкви. No tā ir atkarīgs draudzes pieaugums. Tāpēc. Мы сделали вот такие четыре учебника. Mēs uztaisījām tādas četras mācību grāmatas. Почему четыре? Kāpēc četras? Потому что есть четыре категории людей. Tāpēc, ka ir četri cilvēku kategorijas. Которые очень интересуют сегодня Бога. Kurus ļoti interesē Dievs. Первая категория. Pirmā cilvēka kategorija. Это неверующие люди, не спасенные. Tie ir neticīgi cilvēki. Это люди, которые никогда не принимали Иисуса. Неглābти cilvēki, kas nekad nepieņēma Jēzu. И что такое евангелизация? Un kas ir evangelizācija? Я бы хотел, чтобы мы поняли. Es gribētu, lai mēs saprastu. Что когда пастор говорит, давайте евангелизировать, ты saka, ходишь под этим состоянием на улицу и судорожно думаешь, un domā drudžaini, кому же сейчас сходить? Pie kā vēl aiziet? А можно и не ходить. Var arī neiet. Можно просто на улице знакомого встретить. Vienkārši satikt uz ielas. И ты встречаешь кого-то, говоришь, слушай, приходи к нам. Tu satiec kādu un saki, atnāc pie mums uz draudzi. У нас прославление хорошее. Mums ir laba slavēšana. У нас пастор хороший. Mums ir mācītājs labs. У тебя проблемы денежные. Tev problēma nav. У нас Бог всем деньги дает. Mums visiem Dievs dod naudu. У тебя что там у тебя? Kas почки болят. Kas у нас Бог всех исцеляет. Dievs visus dziedina. Что там у тебя? Kas депрессия. Vēl, у нас Бог такую радость дает. Депрессия, Dievs mums dod tādu prieku. Знаете, что происходит? Jūs zināt, kas notiek? Мы обманываем. Mēs apmānam. Мы всех обманули. Mēs visus apmānījām. Потому что не так часто. Tāpēc, ka ne tik bieži. Бог деньги дает. Dievs dod naudu. Начинается все с того, что деньги мы забираем. Viss sākās no tā, ka naudu mēs paņemam. Десятины. Десятдас тиесас. Пожертвования. Съедоимус. Это много. Тас редаудс. Когда у тебя забрали десятую часть. Когда ты в отнем десятую часть. Вот еще пожертвования забрали. Был съедоимус по нейма. Послушайте. Поклоусетес. Здесь есть книга. Шейтер грамота. Семь шагов к спасению. Септени соли узглабшану. То есть евангелизация. Евангелизация. Это целенаправленная работа. Tas ir mērķiecīgs darbs. И эта работа должна иметь начало. Un šim darbam jābūt sākumā. Она должна иметь окончание. Un jābūt arī beigām. Не просто подбежал. Все, давай, пошли в церковь. Nē, vienkārši pieskaņoties, nāc uz draugu. Нет. Nē.
Меня должна интересовать судьба человека. Man jāinteresē cilvēku liktnes. А если она меня интересует? Bet, ja man interesē šis первое. Liktnes, pirmais, я буду с ним отношения строить. Es veidošu attiecības ar viņu. Я буду с ним дружить. Es ar viņu draudzēšos. Я буду с ним общаться. Es ar viņu kontaktēšos. Я буду вкладывать в его сердце. Es ieguldīšu viņa sirdī. Истины. Patiesības. Которые могут привести его к спасению. Kuras var atvest viņu uz glābšanu. И мне не просто надо что-то ему рассказать и пойти дальше. Не vienkārši kaut kas viņam jāpastāst un jāiet. Мне надо, чтобы он родился свыше. Man vajag, lai viņš atzims no augšas. Amen. Послушайте, дорогие. Paklausieties, dargie. Я не признаю такой евангелизации. Es neatzīstu tādu evangelizāciju. Когда ходят по улице. Kad iet pa ielām. Человека загоняют в депо какими-то странными вопросами. Iedzin cilvēku strupceļā ar dīvainiem jautājumiem. Кто-то видел такую евангелизацию? Kāds redzēja tādu evangelizāciju? Ты кто? Tu kas? Я слесарь. Es esmu atslēdznieks. Есть два вида слесарей. Ir divi veidi atslēdznieku. Те, которые уже приняли Иисуса Христа. Tie, kuri jau pieņēma Jēzu Kristu. Или те, которые близко к принятию Иисуса Христа. Un tie, kas ir tuvu Kristus pieņemšanai. Ты какой из них слесарь? Tu kurš no viņiem esi? Я тот, который близок к принятию Иисуса Христа. Так помолись со мной молитвой. Полудзи ар маним лукшанам. Помолился. Аллилуйя. Аллилуйя. У нас за пять дней. Mums piecu dienu laikā. 20 тысяч спасенных. 20 tūkstoši glābto. Где они? Kur viņi? Их нету. Viņu nav. Это ты для кого сделал работу? Tu prieš kam izdarīji šo darbu? Это кому ты показал, что ты что-то сделал? Kam tu parādīji, ka tu kaut ko izdarīji? Для самого себя? Pats sev? Чтоб цифру нарисовать? Lai cifrus uzsīmētu. Не занимайся ерундой. Nodarbojamies ar muļķībām. Нам нужно человека к реальному спасению привести. Mums cilvēks jāatved uz reālu glābšanu. Un saprotiet. Это наша ответственность. Tā ir mūsu atbildība. Поэтому первую книгу. Tāpēc pirmo grāmatu. Которая стоит 1 лат 90 центов. Kura maksā 1 latu 90 centīmu. Или сантимов. Сантим. Очень хорошая книга. Ļoti laba grāmata. Здесь семь шагов. Četri septiņi soļi. Как привести человека к спасению? Kā cilvēku atvest uz glābšanu? Написал наш евангелист. Uzrakstīja viņu mūsu evangelists Dmitrijs Makarenko. Это такая, знаете, ну типа педагогическая поэма. Tā ir pedagoģiskā poēma. Как? Kā? Приводить людей к спасению. Cilvēks atvest uz glābšanu. Не просто спонтанно. Не vienkārši spontāni. А реально Bet приводить реально людей к спасению. Cilvēks atvest pie glābšanas. Понимаете, есть пути. Saprotiet, ir ceļi. Есть пути, по которому люди приходят. Ir ceļi, pa kuru cilvēki atnāk. И здесь целых семь шагов. Un šeit ir septiņi soļi. Если мы говорим о семи шагах, ja mēs runājam par septiņiem soļiem, то, по крайней мере, это должно быть семь встреч. Tad katrā gadījumā jābūt septiņām tikšanām. Не просто один раз я там кого-то схватил. Vienkārši tu kaut kur viņu atķēri. А что делать, человек раньше захотел покаяться? Человек тебе агра гребет. Пускается раньше. Лей ножи алло грех сограм. Но ты должен произвести работу. Bet tev jāveic darbs. Аминь. Аминь. Я верю. Un es ticu. Что раз он тысячи людей приводил к спасению. Viņš tūkstoši cilvēks ir atvedis uz glābšanu. То Бог дает откровение. Tad Dievs dod atklāsmes. Согласно тем дарам. Atbilstoši tām dāvanām. Которые он дает. Kuras viņš dod. Аминь. Аминь. Поэтому я прочитал эту книгу. Tāpēc es izlasīju šo grāmatu. Здесь очень мудрые вещи. Šeit ir ļoti gudras lietas. Но он еще мудрее сделал. Bet viņš vēl gudrāk izdarīja. Он не стал все сам писать. Viņš visu pats nerakstīja. Почему? Kāpēc? Потому что есть мировой опыт. Tāpēc, ka ir pasaules pieredze. Личной евангелизации. Evangelizācijā. И будет глупо. Un būtu muļķīgi. Когда кто-то скажет, я сам додумал до всего. Kāpēc, es pats to visu надо izdomāju. Изучить все. Ir jāizpēta надо приложить к этому свое откровение. Ir jāpieliek savu atklāsmi. И выдать это. Un jāizdod Аминь. Tas. Спасибо. Amen. Друзья. Draugi. Семь шагов. Septiņi soļi uz glābšanu. Это работа. Tas ir darbs. В частности, то, что мы сейчас делаем. Arī tas, ko mēs tagad darām. Семь недель. Septiņas nedēļas. Мы проповедуем Евангелие. Mēs sludinām Evangeliju. И на седьмую или восьмую неделю. Un septītajā vai astotajā nedēļā. Мы делаем особое служение. Mēs veicam īpašu kalpojumu. Почему, когда я называю такие цифры, там 800 человек, там. Es nosaucu tādu skaitli, они большие кажут. Cilvēki, tie lieli liekas. Потому что это семь недель. Tāpēc, ka šīs septiņas nedēļas. Люди работали. Cilvēki, viņi strādā. И они не просто людей. Un viņi nevis vienkārši cilvēki. Они подготовленных людей. Viņi sagatavotus cilvēkus. Привели к спасению. Atveda uz glābšanu. У меня город называется Першотравен. Man pilsēta saucās Pretrašāvenska. Sorry. Першотравенск. Да. Ну вот да, где-то так. Ну, апмерам та. Я когда где-то бываю, говорят, ты откуда? Я говорю, с Першотравенска. Они, перше шо? Я говорю, но куренс, вы сказали, но Першотравенск. Они сказали, перше, но куренс.
Там столько людей покаялось. Tur tik daudz cilvēku atgriezušies ir. Вот было 24 числа. Bija 24. У меня два служения, утреннее и вечернее. Divi kalpojumi, no rīta un vakarā. Было служение системное. Bija sistēmas kalpošana. 100 новых людей. 100 jaunu cilvēku. Пришли к покаянию. Atnāca uz grēku nožēlu. Я делал служение освобождения. Es uztaisīju atbrīvošanas kalpojumu. Молился за освобождение от бесов. Lūdzu par atbrīvošanos no ļaunuma. Tad neverующие люди. Un tad neticīgi cilvēki. Услышали. Viņi sadzirdēja. Как кричат бесы. Kā kliedz ļaunie gari. В том числе и у них. Tad neskaita arī viņiem. Они поняли. Viņi saprata. Лучше каяться. Ir labāk nožēlot grēkus. Аминь. Аминь. Все просто. Viss ir vienkārši. И это не просто случайные люди. Un tas ne vienkārši nejauši cilvēki. Это люди, которых мы работали с ними. Tie ir cilvēki, ar kuriem mēs strādājām. Я не говорю, что другие дни мы не приводим людей к покаянию. Es nesaku, ka citas dienas mēs neatvedam cilvēkus. Когда вся церковь tad, kad visa draudze работает с неверующими, viņi strādā ar neticīgiem. Tad все приходят к покаянию. Tad visi nožēlo grēkus. И перед этим воскресеньем, и до этого, и до этого, и до этого. Почему? Потому что люди пошли к кому-то. Dēļ, tāpēc, ka cilvēki aizgāja pie kāda. Amen. Я был вот в Красноярске у Сергея. Es biju. Он собрал где-то 700 лидеров со всех церквей. Я вопрос задал. Он из Суздова яутаю. Я говорю, кто из вас? Это курс ною. На этой неделе. Шини неделя. Проснулся утром. Но рит помолился. Сильно молился. Лед степлю. И дух ему святой сказал. У святой сгорти нем тей. Стань, сын мой. Целый сман сдал. Пойди на улицу, называемую прямую. Эй, ара курсота. Там сидит человек. Турсеш тилвакс. Он молится. Винч лу. И он ждет, когда ты к нему придешь. Он жгает, который здесь певиня. Три человека подняли. Три стилвак по целой руке. Из 700. No 700. Остальные? Bet pārējie? Они откровений таких не получают. Viņi tādas atklāsums nav saņēmuši. Tāpēc evangelizācija pa vdahnovēniju. Evangelizācija pēc iedvesmas. Она неэффективна. Tā nav efektīva. Нам нужна евангелизация. Mums ir vajadzīga evangelizācija. Pēc системе. Системас. Когда мы распланируем это. Tad, kad mēs esam saplānojuši. И каждый человек. Un katrs cilvēks. Будет знать четко. Viņš zinās skaidri. На этой неделе. Ka šī nedēļa. Я должен. Man jā. По крайней мере один раз. Vienreiz. Встретиться с человеком. Jāstiekas ar cilvēku. Ребята, наши обязанности. Mūsu pienākumi. Плавно. Переходят в наши желания. Lēnām pāriet par mūsu vēlēšanos. И когда ты раз сходил, un tad, kad tu vienreiz aizgāji, и ты видел, человек принимает, un tu ieraudzīji, ka tad ты завтра ему еще позвонишь, tad rītu viņam vēl а послезавтра еще помолишься, bet parīt vēl а послезавтра скажешь, слушай, bet... давай вместе на рыбалку съездим. Aizprīt, teiksim, brauksim zvejot kopā. Я правду говорю или нет? Es patiesību runāju vai nē? Потому что когда мы видим, tāpēc, tad, kad mēs redzam, что люди принимают, kad cilvēki pieņem, у нас азарт появляется. Mums azarts потому что Духа Святого внутри мы tāpēc, ka Svēto Garu имеем. Mums tas ir. И когда мы видим, как в Евангелии люди реагируют, un mēs, kad redzam, kā Дух Святой внутри нас, cilvēki reaģē, он начинает ликовать, Svētais Gars, он начинает радоваться, priecāties. И у нас появляется жажда, mums parādās я augsts. Буду спасать мир. Es glābšu pasauli. Аминь. Аминь. Что такое вера? Kas ir ticība? Осуществление ожидаемого и мнения с невидимым? Или уверенность невидимого в осуществлении ожидаемого? Осуществление ожидаемого. Истиношена. А потом приходит великое bet что? Там отнаклелась каска. Уверенности. Все же наоборот бывает. Наоборот бывает. Но в данном случае вот адрима, так работает все. Страдал. Аминь. Амен. Аппетит приходит. Аппетит и родас. Во время еды. Эшем поэтому, дорогие, tāpēc, это то, что нам нужно. Tas ir tas, kas mums vajadzīgs. Спасать людей. Glābt cilvēkus. По системе. Pēc sistēmas. Здесь есть расклад, как это делать. Šeit ir viss izstāstīts, kā tas jādara. Вот сейчас Антон мой позвонил, говорит, tagad mans Anons, у еговистов собрание на стадионе. Piezinē, teica, ka еговистiem ir sapulce stadionā. 12 тысяч человек собрал. 12 тысяч человек sapulcējās. Харьковская область. Харьковas apgabalā. От чего? Kā? No kā? Все говорят. Visi runā. Еговисты секта. Еговисты ir sekta. Запрещённа. Aizliegta. Никому не нужно. Никому нав вайдзига. Заблуждение. Малды. Везде их клеют. Висур винен. Он это я смотрю. Bet viņš так и skatos. X5-ые. X5 viņiem. Mercedes-ы. Mercedes-ы. Volvo. Volvo. Porsche. Porsches. Стоят возле стадиона. Стоял перед стадиона. Потому что есть система. Tāpēc, kad ir sistēma. Система евангелизации. Евангелизации система. И может она не такая правильно. Varbūt viņa nav tik pareiza. Мы ниже будем говорить, чем наша система будет отличаться от их. Zemāk mēs runāsim par to, no kā atšķirās. Mūsu sistēma, tāpēc, ka mūsu atšķirsies. Bet tā nepat gadījumā. Они идут. Viņi iet. Они проповедуют. Viņi sludina. И люди un cilvēki reagируют. Tik un tā reaģē uz to. Итак, нам нужна система евангелизации. Mums ir vajadzīga evangelizācijas sistēma. Вторая книга. Otrā grāmata. Это семь шагов. Tas ir septiņi soļi.
к... Две одинаковых мне принес ты. Дивис, вена отца отнеси. Где он? Курвинч. Иди принеси другую. Я отнес цейту. Ты что, не разобрался в откровении? Кас, ту не тик скайдриба, отклас мэйс. Короче, вторая книга. Исаак, сэгу, дотра грамота. Семь шагов к утверждению. Септни соль узности приношен. Что нам нужно? Кас мы сервайт зейкс. Любого спасенного человека. Епкуру глабту цилвайку. Покаявшегося человека. Куршир отгрезес. Его нужно утвердить. Веню вайк ности принат. То количество. Тас скайц. Потерянных после евангелизации людей. Пазауда то цилвайк пец евангелизации. Которые присущи церквям. Кури ир педраудзем. Даже в Украине, когда урожай собирают. Под Украина, когда дрожжи совац. 20% потерь. 20% заудаем. И все говорят, вы что, дураки? У меня к юску мультис. Как можно столько терять? Кавар, ты где вот заудаем? Это немыслимо. Тас нам и думаем. В мире там 3%, 5%, у вас 20%. Бет юмс 20%. То есть мы теряем больше. Мы заудаем вайрак. Мы теряем больше. Мы заудаем вайрак. Почему? Потому что мы людей не утверждаем. Капец, тапец, мы с цилвак смелости при нам. Цилвак Библия тейк. Что люди должны быть утвержденные и укорененные. Кад цилвак имя будут носты при нам, ему не сыкнешь. Дерево, которое ты только посадил. Куку тако ци, тако и стадии. Оно подвержено. Тасыр абдраудац. Всем неблагоприятным вещам. Висам слыхтям летам. От множества воды оно сгниет. Но да удень мень сапус. Отсутствие воды оно засохнет. Как удень не бус, искалтис. Малолетка может проходить и так схватить, вырвать Бар его. Айзиет, я он изграм, он в конце концов, бейгу бейгас, ветром может вырвать. Ар вей вар изграм. Поэтому задача тапец уздевом дерево укоренить. Кад кокс ир яес окнем. Библия говорит, Библия ир тейкц, что неукорененные люди, кад не ес окнем сейчас цилваки, неутвержденные люди, не носты принаты цилваки, они легче всего прельщаются дьяволом. Вы не висвегла, те квална координаты. Поэтому, тапец. Основная атака дьявола. Главная свална узбрукумс. Прельщать какие души? Иркардный откат с двойцом. Неутвержденные. Не носты принадлежат. То есть ты не нужен дьяволу. Ты не свадьи. Ты же все знаешь. Ты, все ты же укорененный. Тебя уже не вырвешь оттуда никак. Ты не израусно турин. Как кто-то говорил, церковь сгорит, ты еще будешь лет 10 там сидеть на попелище. Катец здраусадекс байтовел 10 дем год сидеть исполним. Неутвержденные души. Ведь не носите принадлежность. Это первые кандидаты. Те прямые кандидаты. И сразу придет дьявол. Он узрейзит от нас велнс. Сразу столько вопросов. Узрейзит их до дьявола. Нужно утвердить. Илья носите принадлежность. Что делают неутвержденные души? Кудер носите принадлежность веселс. Библия говорит, что они извращают Писание. Библия ир текстка вини искроплю ракстус. Они превращают Писание. Вини искроплю ракстус. Они ломают Писание. Вини испят и видят его по-своему. Он разве не спасавеем? Что нужно? Касирвает зейкс. Дать человеку основы. До цилвакам памату. Это утвердить человек. Тасир носты принад цилвак. Дальше. Талак. Библия говорит, чтобы мы утвержденные и укорененные познали в чем богатство. Любви Божьей. Ширина, долгота, глубина, высота. Это серьезный вопрос, друзья. Мы не понимаем, как, кто такой Бог. Мы не понимаем Его любви. Поэтому такого человека легко оттуда вытянуть. Такие люди говорят, а Бог меня не любит. А что Он мне дал? А я молился, Он мне не помог. Чтобы Бог дал тебе что-то, человека надо укоренить. И укоренение невозможно без наставничества. Аминь. Друзья, Драуги, смотрите, скатейтес. Ты можешь быть служителем, ту вари будут колпотайс, евангелистом, евангелзе, пастырем, мацитас, лидером ячейки, шунис, лидерс, лидером репцентра, репцентр лидерс. Если ты служитель, я ту эси колпотайс, параллельно, параллели, ты должен быть наставником. Ты вари будут помацитаем. Ты можешь быть наставником, ту вари будут пар... и не быть пастырем, не будут помацитаем, не быть евангелистом, вари не будут пар евангелистом, не быть лидером ячейки, не будут пар шунис водитаем. Но если ты стал служителем, ведь я тут люблю парколпот. Параллельно. Тот параллель. Ты должен стать наставником. Ты вряд ли там каспамас. Понимаете, суть в чем? Собрать чтобы ты мог произвести на свет. Конверату из изгайсма. Подобных себе. Лидигу сел. Это только через наставничество. Тасир тикает сор помацейбу. Что такое наставничество? Касир помацейба. Это учить на словах первое. Тасир маций твардос пирмайс. Аминь. Аминь. Знаешь? Зини. Два ребенка. Диви барни. Одному 12. Венам 12. Другому 4. Утром 4. Кто чей наставник? Курши куру
skolotājs. 12-летний наставник этого маленького. 12-летний мазеем скolotājs. Вот они идут вдвоем. Viņi divi tā iet. Этот там что-то грязь какую-то берет. Tas ņem kaut kāds netīrums. Это старший говорит, нельзя. Это плохо. Tas ir slikti. Понимаете? Может, это наставничество. Ir skolotājs. Кто-то постоянно должен быть что? Pastāvīgi ir jābūt. Рядом. Blakus. Если рядом с тобой человек, я благо, что ты умер, у него не будет проблем тебя научить чему-то. Не будет проблем с тем, элементарным вещам. Послушайте, есть глобальные вещи. Для проповеди на улице. Для проповеди в зале. Есть вещи не глобальные. Иисус увидел, как люди за стол садятся. И он говорит, ребята, ну что вы творите? Когда придете, встаньте где-то сбоку. Пусть сразу крутые сядут. Потом крутые сядут, ты сядешь. А тебе скажут, нет, ты тоже крутой, давай мы тебя пересядем. Ты пересядешь. И ты станешь еще лучше крутым внутри себя. Он тут клюнулся вел специалист сейчас. Потому что тебе оказали внимание. А представь, когда ты сел куда-то, а потом тебе говорят, слушай, давай туда. И ты себя лохом чувствуешь. И хочешь из церкви сразу уйти. Представь, что это за учение? Можно на это учение проповедь создать? Да нельзя. И не надо создавать такую проповедь. Это учение индивидуальное, которое передается от наставника кому? К ученику, к подопечному человеку. Дальше. Второе. Наставничество — это показывать пример. Рядом человек. Blakus cilvēks. Он должен показать пример. Viņam ir jāparāda tev piemērs. Как жить, как говорить. Kā dzīvot, kā runāt. Как молиться. Kā lūgt. Как реагировать на зло. Kā reaģēt uz ļauno. Как проповедовать Евангелие. Kā sludināt evaņģēliju. Как изгонять бесов. Kā izdzīt ļaunos garus. Как молиться за больных. Kā lūgt par slimajiem. Иисус таскал за собой сколько? Jēzus vilkāja sevim cik? 12. 12 это максимальное число людей, которых ты можешь наставлять лично. Учить ты можешь тысячи. Лично наставлять. Максимум. 12 человек. И то из них один Иуда будет. Аминь. Поэтому, когда мы говорим о наставничестве, это пример. Многие люди, они боятся быть наставниками, потому что они не хотят, чтобы люди видели, какие они люди внутри. Аминь. Поэтому они хотят общаться на расстоянии, дружить на расстоянии, какие-то иметь отношения на расстоянии, они боятся близости, потому что близость откроет, что ты жадный, что ты гордый, что ты обидчивый, что ты злобный. И знаешь, от таких людей будет убегать. Наставничество обязывает. Давайте вместе скажем, наставничество обязывает меня быть лучше. Обязывает меня меняться. Если мы говорим о наставниках, это люди, которые берут свой крест. Аминь. Отвергают себя. И они говорят, ради того, чтобы утвердить новообращенных, ради этих немощных, ради этих слабых, да я откажусь от похотей, от страстей, от гордости, от злобы. Да я буду отдавать все, что у меня есть, лишь бы только люди остались в Боге. Аминь. Amen. Дорогие, Дарги, это очень важно. Поэтому. Tāpēc. Второе — это показывать пример. Otrais ir parādīt piemēru. Третье. Trešais. Иисус. Jēzus. Учеников. Skolniekus. Посылал. Sūtīja. Аллилуйя. Аллилуйя. Я всегда говорю так. Es vienmēr saku tā. Если ты наставник, ja tu esi skolotājs, и ты не можешь никого послать, un tu nevienu nevar pasūtīt, настанет время, когда все пошлют тебя. Pienāks laiks, ka pasūtīs visi tevi. Наставник должен уметь skolotājam ir jāmāk послать. Sūtīt. Когда пастор говорит, tad, kad mācītājs saka, мои люди ничего не хотят. Man cilvēki neko negrib darīt. Мои люди ничего не хотят. Man cilvēki neko negrib. Я им говорю. Es ņem runāju. Говорю. Es ņem saku. А они просто говорят, да пошел ты. Bet viņi vienkārši saka, ej tu. Все, наступило уже время. Laiks, когда тебя посылают. Tad, kad tevi pasūta, это опасное время. Tas ir bīstams laiks. Так можно и работы лишиться. Tā var arī darbu pazaudēt. Amen. Amen. Поэтому надо уметь что? Tāpēc jāmāk ir kas?
послать. Айсутит. Иисус сказал, все, идите, 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 все, идите. Эйет. Те пошли. Он те ари айсгай. Начали молиться. Сак лук. Начали бесы выходить. Сак леуны гори зет. Начали люди освобождаться. Сак цилвак отбривот. Да люди будут спасибо тебе говорить. Цилвак те полдес. За то, что ты их послал. Пар то, кто не сайсути. Аминь. Аминь. Ты скажешь, а вдруг не выживет. Бету текс, я ну не изживос. Значит, такова судьба. Та тац ликтенс. А что делать? Бет куда рейт? Всех бросаем на выживание. Visus izmet uz izdzīvošanu. Лучше бросать на выживание. Labāk izmest uz izdzīvošanu. И отбирать сильных. Un atlasīt stipros. Чем? Nekā. Теплицу сделать. Siltumnīcu uztaisīt. О, я вас буду еще учить. О, es jūs vēl mācīšu. Вы еще мало в церкви. Jūs vēl maz draugi. Вы еще ничего не знаете. Jūs vēl neko nezināt. Вы всего лишь 30 лет. Jūs tikai 30 gadi. Поэтому я вас буду еще учить. Tāpēc es jūs vēl mācīšu. Вы еще слабые. Jūs vēl esat vāji. Вы еще немощные. Jūs esat vāji. Иисус 70 выбрал. Un Jēzus 70 и сразу всех послал. Un uzreiz visi pasūtīja. Мало того, Masums они сразу вернулись. Viņi uzreiz atgriezās. И сразу обрадовались. Un uzreiz priecājās. Чему обрадовались? Par ko priecājās? Чем раньше пошлешь? Jo agrāk aizsūtīsi. Тем быстрее. Jo ātrāk. Обрадуется, аминь. Priecāsies, amen. Поэтому наша задача. Tāpēc mūsu uzdevums. Всех послать. Visus sūtīt. Церковь вся. Draudze visa. Должна идти. Viņiem ir jāiet. Иисус не сказал. Jēzus neteica. Сидите в церкви. Kad visiem. Иисус сказал, идите. Jēzus teica, ejiet. А воскресенье. Bet svētdienā. Сидите в церкви. Sēdiet draudzē. А всю неделю что? Bet visu nedēļu ko? Идите. Ejiet. Идите. Ejiet. Идите. Ejiet. Я своему помощнику звоню. СМС-ку пишу. Звану раксту изиню. Неделю у меня не было, пишу. Неделю манс не бей раксту изиню. Что нового? Кас яунц. Он мне пишет. Винч ман ракста. Ничего. Нека. Я пишу. Эс раксту. Убью. Носитиши. Знаете, что я с ним сделал? Знает, кое сервы не издари. Я его послал пастырем. Эс мне айсутый пермацитар. Теперь у него все новое. Он так ведь у меня висер яунц. С минимальным ar minimālu финансовым финансиало обеспечением. Ну, дрошинаем. Теперь у него столько событий. Так, ведь у него так много нотикума. Каждый день. Катру дену. Все новое. Висер яунц. Новое. Яунц. Он может рассказывать и рассказывать. Винч вар стастый тут стастый. Он ожидал, что придет 100 человек на служение. Тапец, кем он чекает, я отнак 7 человек. А пришло 16. Бет, отнак 6 пацаны. Как все новое. Цик висер яунц. Теперь надо ходить по людям. Так, я стой габ. Теперь надо их приглашать. Так, я узай. Теперь надо их звать. Так, я саут. События аж прут со всей стороны. Аминь. Аминь. Теперь ты не можешь сказать, что новое. Так, ничего. Ты не верь, так, теперь сколько всего нового. Так, весь касьяунц. Аминь. Аминь. Поэтому, чтобы было что-то новое. Да, пусть будет какой-то касьяунц. Ты должен идти. Ты верь, я ед. Аминь. Аминь. Четвертое. Четвертое. Это взять отчет. Tas ir paņemt atskaiti. Иисус умел брать отчет. Jēzus mācēja ņemt atskaiti. И когда ученики пришли, они отчитались. Un kad mācekļi atnāca, viņi atskaitījās. Они сказали. Viņi teica. Мы делали то-то, то-то. Mēs darījām to un to. Делали то-то, то-то. Darījām to un to. И бесы нам un ļaunie gari mums повинуются. Pakļāvās. Радостные они были. Priecīgi viņi счастливые были. Laimīgi. Зачем нужен отчет? Kādēļ vajadzīgi atskaita? Первый отчет показывает, pirmā atskaita parāda, какая работа сделана. Kāds darbs ir izdarīts. Хорош мне брехать. Pietiek man muldēt. Задаешь вопрос. Uzdod jautājumu. Ты чей наставник? То есть и каскулотайс. Ой, пастор, я. Ой, мацитай. Я вот наставляю. Es visus, visus pamācu. Не надо обманывать. Не vajag manīt. Аминь. Аминь. Скажи мне конкретно, кого ты наставляешь. Saki man konkrēti, kuru. Дай мне конкретное лицо. Parād man konkrētu sevi. Дай мне конкретную личность. Parād man konkrētu personu. Я в мае месяце. Es maija mēnesī. Объявил, что я хочу из пасторов набрать себе 20 учеников. Pasludināju, ka no mācītājiem gribu sev 20. Чтобы их наставлять. Mācekļus sapulcināt, lai mācītu viņus. И чтобы через какое-то время. Un lai pēc kāda laika. Они открыли по 100 церквей. Viņi atvērt pa 100 draudzēm. Это евангельский принцип. Tas ir evaņģēlisks princips. Скажешь, а вдруг не откроют? Bet teiks, ja nu neatvers. Пусть 50 откроют. Lai 50 atver. А вдруг не откроют 50? Bet ja 50 neatvers. Ну пусть 20 откроют. Nu lai 20 atver. А вдруг 20 не откроют? Bet ja 20 neatvers. Ну пусть 10 откроют. Ну лай 10 отвер. Знаете, что я заметил? Знает, кое си родзею. Все теперь хотят, чтобы я их наставлял. Виси грип тэгит лэйси не смацейту. Мне все звонят. Ман виси звана. Говорят, слушай, а можно, чтобы я тоже был поехать? Адрикс, эс арибуш. Я говорю, ну это денег стоит. Эсэк бы ты смог сас науду. Они говорят, а мы готовы заплатить. Винчик, мы сам готовы максат. Послушайте.
Dzirdat? Все просто. Viss ir vienkārši. Если ты что-то умеешь. Ja tu kaut ko кто умеет кафель ложить? Подними руку. Māk? Кафель, кто умеет ложить? Кафель, плитку. Kurš māk? Flīzes likt. Иди сюда. Nav čir. Видишь всю клеточку. Резвис рутанец. Так вот. Лук. Скажи мне. Сахиман. Я очень тяжело учусь. Лютый вот, короче, вот такой ученик. Тяжелый. Вот при всем моем тяжести. Сколько тебе надо времени, чтобы научить меня плитку ложить? Да ладно. Неделю? Неделю. Я буду ложить плитку. Он из флиз ликшу. Послушай. Поклаусись. Ну за неделю я не научусь. Ну неделю с лайка не эмоцийшусь. Представь. Стадис прикша. Всего лишь неделя. Ты кай неделя. Ну понятно, церкви открывают. Ну скайдрис, драудзе отверт. Людям служить. Цилвакем колпот. Дорогие, это не Дарги. Плитку ложить. Тас но флиз. Это немножко сложнее. Тас ир друсин сержди так. Материал-то живой. Материал сердзи. Люди живые. Цилвак дзиви. Ну поймите, научить можно всему. Сапроти, ты эмоций твердишь. Именно поэтому. Он тапец. Иисус не избирал последователей. Jesus не извелаяс сакотаж. Вы здесь или нет? Юс шейт вайне. Скажи, мне не нужны. Саки, ман нау вайдзиги. Последователи. Сакотаи. Мне нужны. Ман ир вайдзиги. Ученики. Мацекли. Послушай, кто такой ученик? Kas ir māceklis? Ученик это человек, māceklis ir которому cilvēks, ты можешь сказать, kuram tu var teikt, то, что я делаю, to, ko es daru, ты сделаешь, tu darīsi, и лучше меня, что par manīm, ko сделаешь, izdarīsi. Кто такие последователи? Kas ir sakotāji? Это люди, которые ходят за тобой. Tie cilvēki, kas sako tev, и они говорят tebe. Viņi saka, слушай, ты такой великий. Klausies, tu esi tik liels. Ты такой крутой. Tu esi tik spīdzīgs. Ты вообще звезда. Tu esi zvaigzne. Ты сияешь. Ты спиди. И мы так восхищаемся тобой. У меня стал юс моим инспиративным. У меня вопрос. Манриотаймс. Нужна Филиппу Киркорову еще одна звезда Филипп Киркоров. Вы Филиппом Киркоровым вайдзиг вел вен звайдзиг. 300 лет он ему нужен. 300 гад веням ир вайдзиг вене. Но послушайте, когда ты берешь учеников, тат, ты, по ним мациклюс, ты можешь научить множество людей. И это твое служение. И некоторые из которых ты научишь, он даже курсу они развернутся и уйдут от тебя. И это не проблема. Проблема. Это вообще не проблема. Да, даже проблема. Если они будут работать против по тебя, но они будут строить церковь. Они будут работать и развивать движение. Пусть даже свое движение. Они будут делать работу Божью. А ты в это время будешь воспитывать других учеников. А вот цитус мацеклюс. И это не будет тебя гнетить. Это не будет тебя давить. Если от звезды уходят последователи, это его давит. Это его гнетет. Он говорит, что делать? Все ушли. Но когда ученики есть, пусть идут дальше. Из нового поколения вышли сотни церквей. Но я у нас и кто-то говорит, вот от вас все уходят. Да ради Бога. Наберем других. Paņemsim citus. Amin. Amen. Наша задача. Mūsu uzdevums. Что делать? Ko darīt? Učīt. Mācīt. Сколько научить людей? Cik mācīt cilvēku? Тысячи. Тūkstoši. Десятки тысяч. Десятiem тūkstoši. Они не будут с нами. Viņi nebūs ar mums. Ну и не надо. Arī nevajag. Они будут с Иисусом. Viņi būs ar Jēzu. Дай Бог, чтобы они там были. Dievs dot, lai viņi būtu. Дай Бог, чтобы они проповедовали Евангелие. Dievs dot, lai viņi sludina Евангелие. Дай Бог, чтобы они строили церкви. Dievs dot, lai мы сделали свою работу. Mēs izdarījām savu darbu. Мы отдали их в руки Божьи. А мы наберем новых учеников. И будем их также учить. И они будут делать работу Божью. Он не дарит Деву дарбу. Аминь. Амин. И я знаю, что это такое. Он не знает, как это стать. Если ты кого-то учишь, я только ты можешь передать что-то. Ты вари нодот что ты сам имеешь. Кас пашам ир. Что я имею? Кас ман ир. Я послал со своей церкви. Es no savas draudzes sūtīju. Около 100 миссионеров. Миссионарс. Мы открыли множество репцентров. Mēs atvaram daudz репцентров. Тюремное служение. Cietumu kalpošanas. Палаточное служение. Telts, домашние группы. Mājas grupiņas. Это то, что я имею. Tas ir tas, kas man ты мне это не заберешь. Un tu man to neatņemsi. Ты мне это не заберешь. Tu man to neatņemsi. Мне пополам. Man vienalga. Я это имею. Man tas ir. Я был в Першетраинске. Es biju Першетраинске. Я построил церковь. Es tur celu draudzi. Там около 2000 людей. Tur ir 2000 cilvēku. Я поехал в Харьков. Es aizbraucu uz Харьков. Я открыл церковь. Es atvēru draudzi. Там больше 1000 людей. Tur vairāk kā 1000 cilvēku. Я знаю, что я это имею. Un es zinu, ka man tas ты мне это не заберешь. Un tu man to nevar atņemt. Это то, что я знаю. Tas ir tas, ko es zinu. Это то, что я получил. Tas ir tas, ko es saņēmu. Пусть это малое дело. Lai tas ir mazums. Но я могу этому научить. Bet es varu iemācīt to. Все, что ты имеешь. Viss, kas tev ir. Ты этому можешь научить. Tu vari to iemācīt. Поэтому надо учить. Tāpēc ir jāmāca. Не прятать. Nevis jāslēp. Учить. Jāmāca. Amin. Amen.
Итак, друзья, tā, draugi, второе, нам нужно утверждать людей, otrais, mums ir cilvēki, чтобы они не уходили от Бога. No третья книга, семь шагов к ученичеству. Нам важно, mums ir svarīgi, чтобы люди становились учениками Иисуса. Cilvēki, люди, придя из креста, отвергни себя, sevi, возьми свой крест, paņem savu krustu, следуй за мной. Un sako man. Семь лет ребенку исполняется. Пойдут, как дети, в школу. Viņi ies kā bērni uz skolu. Все идут в школу. Visi iet uz skolu. Все становятся учениками. Visi kļūst par skolniekiem. Это закон жизни. Tas ir dzīves likums. Это не закон Библии. Tas nav Bībeles likums. Это закон жизни. Tas ir dzīves likums. Все становятся учениками. Visi kļūst par mācekļiem. И что такое стать учеником? Un kas ir kļūt par mācekli? Когда я не ходил в школу. Tad, kad es negāju uz skolu. Я спал. Es gulēju. Столько, сколько хотел. Tik ilgi, cik gribēju. Я делал. Es darīju. То, что хотел. Tu, ko es gribēju. Когда кто-то говорит. Kad kāds saka. Сколько лет человек живет? Cik cilvēks gads dzīvo? Семь лет до школы. Septiņi gadi līdz skolai. И пять после пенсии. Un pieci pēc pensijas. А все остальное он что? Vispārējo laiku, ko viņš dara? Кому-то что-то обязан. Kaut ko viņš dara. Аминь. Он обязан. И в семь лет. Un septiņos gados. Тебе будет утром. Ты no rīta modina. Зима на улице. Ара зима. Мороз. Sals. Тебя разбудили. Ты помодинаю. Я как сейчас помню. Es kā tagad atceros. Я лежу на диване. Es guļu divānā. И мама мне носки одевает. Un mama velk man zeķis kājās. Штаны одевает. Bikses velk. Рубашку одевает. Креклу uzvelk. Ставит меня на ноги. Nolik man uz kājām. Ведет меня к столу. Ved man pie galda. Что-то пихает мне в рот. Kaut ko baž man mutē. Одевает на меня портфель. Uzvelk man portfeli. Говорит, все, вперед, saka, пошел. Visus priekšā aiziet. Я иду в школу. Un es eju uz skolu. Я вам честно говорю. Es godīgi jums teikšu. Вот чего я не хотел в своей жизни делать. Ko es никогда. Savā dzīvē nekad darīt. Это ходить в школу. Tas ir iet uz skolu. Я чего только не хотел. Ko es tikai gribēju. Когда-то я вдохновился, чтобы стать художником. Kad es iedvesmojos, lai kļūtu par mākslinieku. Я сейчас на них смотрю завистливо. Un es vēl tagad ar skaudību skatos uz viņiem. Счастливые люди. Laimīgi cilvēki. Сидят себе. Sēž. Рисуют. Зимē. Балдеют. И я так вдохновился. Un es tā iedvesmojos. И думаю, стану художником. Un domāju, kļūšu par mākslinieku. Но я не учился быть художником. Bet es nemācījos par Поэтому художником я не стал. Tāpēc par mākslinieku nekļuvu. Потом, когда-то я посмотрел, как люди боксируют. Pēc tam skatījos, kā cilvēki стану боксером. Думаю, kļūšu par И я даже перчатки себе купил. Un es pat nopirku cimdu. И грушу себе повесил. Un, okay. И молотил ее. Maisu un daudzīju to. Но я никогда не учился. Bet es nekad nemācījos. У меня не было наставника. Man nebija skolotāja. У меня никогда не было тренера. Man nekad nebija Поэтому тренера. Я не боксер. Tāpēc neesmu боксер. Аллилуйя. Аллилуйя. Послушайте. Paklausieties. Ты можешь стать только там, кем-то, tikai par kaut где ko тебя tur, учат. Kur tevi māca. В школу я не хотел ходить. У школы не гребей. Боксером я хотел ходить. Par боксер гребей был. Но не стал. Bet не клю. В школу я не хотел ходить. Школа аз не гребей ед. Поэтому все равно я знаю. Bet tik un tā es zinu. Как вычислить площадь круга? Kā aprēķināt ringu laukumu? Стихотворение знаю. Дзеёлю зину. Пушкина. Пушкину. Лермонтова. Лермонтова. Тараса Шевченко. Шевченко. Аминь. Аминь. Знаю квадратные уравнения, как решать. Zinu, kā. Я их никогда не хотел решать. Es nekad negribēju tās risināt. Я их знаю, как решать. Es zinu, kā to izdarīt. Это странные вещи. Tās ir dīvainas lietas. Потому что то, чему тебя учат, Tāpēc, ka to, ko tev то ты знаешь. То, arī zini. Аминь. Amen. И человек должен стать учеником. Un cilvēkam ir Для этого надо отвергнуть себя. Tāpēc ir jāizliet отвергнуть sevi. Себя. Ir jāizliet sevi. Аминь. Amen. И четвертый пункт. Un ceturtais punkts. Семь шагов к лидерству. Septiņi soļi uz līderismu. Здесь уроки. Šeit ir pamācība. Какая наша задача? Я не знаю, как вы, но я считаю, Nezinu, что успокоиться es... можно только тогда, uzskatu, ka когда человек уже профессионально служит Богу. Вы согласны со мной? Jūs man piekrītat? Тогда можно успокоиться. Tad var nomierināties. До этого за него надо Līdz все время tad, что? Par viņu visu laiku, kas ir jādara? Переживать. Я пардзиво. Потому что кто знает, что с ним будет? Tāpēc, kas var zināt, kas Но когда он становится лидером, tad, kad viņš kļūst par līderu, что такое лидерство? Kas ir līders? Очень часто мы слышали два мнения. Ļoti bieži dzirdam divas domas. Кто-то говорил, лидером надо родиться. Kas saka, par līderu jābūt. Кто-то говорил, лидером можно стать. Kas saka, par līderu var kļūt. Я не берусь этой как es бы оценивать, что правильно или что нет. Kas ir pareiz, kas ne. Единственное скажу. Vienīgais teikšu. Внутри тебя живет Иисус Христос. Iekšā tevī dzīvo Jēzus Samый Kristus. Великий лидер в мире. Pats lielākais līderis pasaulē. Поэтому
Рано или поздно. Тапец, агривайвар, каждый катрс, должен пойти и стать лидером. Я, там я есть слабые лидеры, лидеры, которые ведут по 10 человек к Богу. По 10 есть человек, сильные, лидеры, такие как Юн Хи Чо, стипри, которые ведут миллионы к Богу. Миллион, но все равно внутри тебя живет лидер. Кунта, лидер. Веди 10 человек. Веди 10 человек. Веди одну ячейку. Веди ты лидер. То есть лидер. Если ты не можешь миллионы вести, то ты слабый лидер. То есть ты все равно лидер. Кунта, и твоя задача повести людей к Богу. Аминь. Итак, семь шагов к лидерству. Давайте откроем свои Библии. Давайте откроем свои Библии. 1 Иоанна 2, 12, 14. Значит, Библия показывает нам несколько категорий людей. Даже целая категория. Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Давай я сначала прочитаю. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божье пребывает в вас, и вы победили лукавого. Аминь. Читай. Так. 1 Иоанн 2, 14. Es rakstu jums, bērni, jo grēki jums ir viņa vārda dēļ piedoti. Es rakstu jums, tēvi, jo jūs esat atzinuši viņu, kas ir no sākuma. Es rakstu jums, jaunekļi, jo jūs esat uzvarējuši ļauno. Es esmu jums rakstījis, bērni, jo jūs esat tēvu atzinuši. Es esmu jums rakstījis, tēvi, jo jūs esat atzinuši viņu, kas ir no sākuma. Es esmu jums rakstījis, jaunekļi, jo jūs esat stipri un Dieva vārds paliek jūsos, un jūs ļauno esat uzvarējuši. Skatieties. Не спасенные люди. Не глампти человеки. Очень внимательно. Люди узманиги. Они в эту категорию не попадают. Вини не наклюшены. Потому что они еще не. Тапецка вини вел. Не родились. Нау адзимуши. То есть тот, кто не родился, того детем назвать нельзя. Таска снау пьедзим сто. Понимаете, да? Не вернулся. Сопротивет. То есть. Мы говорим, что первая книга, она рассчитана на неспасенных. Та рейтинат уз неглампти. Все. Нам их надо спасать. Вини сырья глаб. Спасти. Я глаб. Значит, новообращенные. Тапе, те, кто только отгрезвшись. Это рассчитана вторая книга. Та утро грамота. Новообращенных нам надо утвердить. Те, кто только отгрезвшись, монсеньер ямстеприна. Значит, новообращенных можно смело назвать по этому месту Писания кем? То сварсал почти сракствует. Дети. Парбарнием. Дети. Бэрни. Новорожденные дети. Барни, кто только отгрезвшись. Талак. Ученики это тех, кого надо научить. Те ир те, курс я помаца. И лидеры. Он лидеры. Это тех, кого надо совершить на лидерство. Те, кто сир я из вед уз лидеризму. Итак. Он там. Нас интересуют не спасенные. Мус интересен не главный. Дети. Барни. Отроки. Яунеши. И юноши. Значит, это задача. Шис уздавумс. Разбить людей. Садалить человекус. На определенные возрастные категории. Узнота их там вецуму группам. Потому что мы не можем ко всем одинаково подходить. Тапец, ка неверам пе висем венады пе. Нельзя преподавать тригонометрию новорожденным. Недрис, пасник, тригонометрию, тико пьедзимушем. Так само будет скучно, Турбус. Если ты начнешь сусюкаться с... Юношины. Мы должны людей разбить на категории. Человек ясно дал категории. И наставничество. Он помацеба. Это разные категории. Тасир ашрикс категории. Покаялся человек. Человек садгрезис. Он нуждается в утверждении. Виня майгности принаему. Чтобы его утверждали. Асти принат. Лавиню ности принату. Прошел он время утверждения. Мы переводим его на уровень ученичества. Работа над характером. Послушание. Прошел он период ученичества. Разобрался со своими проблемами. Следующая позиция. Мы готовим его в лидеры. Позиции. Мы готовим его в лидеры. Поэтому здесь Иоанн написал, что есть дети,
Что знают дети по Библии? Ко зина бэрно Библс? Библия говорит первое, что они знают. Библс тейс ко они зина? Они знают своего что? Винь зин саву ко? Отца. Тэву. У меня был отец. Ман бей тэвс. И первое, что я узнал, когда я родился. Un pirmais, ko es uzināju, kad piedzimu. Что у меня есть мама. Ka man ir mamma. И у меня есть папа. Un man ir tētis. Я не знал, кто мой отец. Es nezināju, kas ir mans Я tēvs. Вообще не понимал. Es vispār. Просто знаю, есть мужчина. Nesaprat, знаю, vīriets. Он мой отец. Viņš ir mans tēvs. Все. Viss. Это единственное, что я знал. Tas ir vienīgais, ko zināju. Но когда мы говорим о юноше. Bet, kad mēs runājam par jauniešiem. Это люди. Tie ir cilvēki. Которые что-то в жизни прошли. Kuri dzīvē kaut ko jau ir iepazinuši. Которые чему-то научили. Kuri ir kaut ko iemācījušies. И Библия характеризует юношей по трем направлениям. Un Bībele raksturo jauniešus trīs virzienos. Первое. Pirmais. Они сильны. Viņi ir stipri. Они, Слово Божье пребывает в них. Второе. Dieva vārds ir viņos otrais. И третье, они победили лукавого. Un trešais, viņi uzvarējuši viltīgo. То есть юноша, jaunietis, это человек, который прошел, tas ir cilvēks, kurš izgājis, определенную христианский опыт жизни имеет. Noteiktam kristiešu dzīves pieredzēju. Что-то он прошел. Kaut kam cauri viņš ir izgājis. Он обижался. Viņš apvainojās. Он бунтовал. Viņš dumpojās. У него были какие-то внутренние проблемы. Viņam bija iekšējas problēmas. Он их решал. Viņš tās risināja. Он совершил определенные победы. Viņš veica noteiktas uzvaras. Он чему-то из Библии научился. Viņš iemācījās kaut ko no Bībeles. У него есть какие-то откровения. Viņam ir kāds atklāsmes. У него появилось какое-то видение. Viņam parādījās redzējums. В конце концов, он возмужал уже. Beigās viņš jau pieauga. Он способен. Viņš ir spējīgs. Жить самостоятельно. Dzīvot patstāvīgi. Только таких людей. Tikai tādus cilvēkus. Мы можем совершать в Варам весть лидерство лидерем. Поймите, проклятие. Ласт. Библия говорит, что когда дети становятся царями, это проклятие. И мы должны избежать этого проклятия. Нам нужна всеобщая система возрастания. Послушайте меня. В мире, во всем мире, есть система возрастания. В СССР. СССР. Было всеобщее образование. Viss kopējā izglītība. Если ты, un ja tu, говоришь, я не хочу своего ребенка в школу давать. Tu saki, es negribu vēl savu bērnu skolu. Тебя могли просто лишить родительских прав. Tev vienkārši varēja atņemt vecāku tiesības. Государство заботилось. Valsts rūpējās. Чтобы все возрастали. Lai visi pieaugtu. Дорогие, церковь должна Dargi, заботиться. Draudze jārūpējas. Чтобы все возрастали. Lai visi pieaugtu. Чтобы мы не наплодили младенцев великорослых. Zīdaņi людям, которые по 15, по 20 Человек, лет в церкви, они пипилы. Драудзе, они знать ничего не знают, верить ничего не ведают, незин, делать ничего не хотят. Не и обижаются все 15 лет. Он обвиняется из 15 годы. Зачем нам такие люди? Когда им стать человеки? Они либо должны расти, пьяук, либо идите в другую церковь, драудзе, там, где вас будут растить. Тур, кур юс, найдите себе церковь, а драудзе, драудзе, где вы будете расти. Кур юс пьяук, но все должны что? Bet visiem ir kas jādara? Возрастать. Я пьяук. Все должны возрастать. Visiem jāpieaug. Итак, un tā. Значит, мы имеем несколько способов влияния на людей. Mums ir daži ietekmes veidi uz cilvēkiem. Как пастора, как лидеры. Kā līderiem, mācītājiem. Первый способ влияния на людей. Pirmais ietekmes veids. Это воскресное богослужение. Tas ir svētdienas dievkalpojums. Давайте мы это запишем. To mēs pierakstīsim. Воскресное богослужение. Svētdienas dievkalpojums. Воскресное богослужение. Svētdienas kalpojums. Это время. Tas ir laiks. Когда собирается вся церковь. Kad sapulcējas visa draudze. Поют песни. Dzied dziesmas. Поклоняются Богу. Pielūdz Dievu. Молятся. Lūdz. Приносят торжественную жертву. Atnes svinīgus upurus. Слушают слово. Klausās vārdu. Молитва в дарах. Lūkšana par dāvanām. Помазание. Svaidījums. Силе. Spēks. Это очень сильный метод воздействия. Tas ir ļoti stiprs ietekmes veids. Во время общего богослужения. Kopējā divkopojuma laikā. Когда собираются все. Tad, kad sapulcējas visi. Бог обычно действует сильнее. Dievs parasti darbojas stiprāk. Поэтому мы воздействуем через людей. Tāpēc mēs ietekmējam cilvēkus. Через воскресное богослужение. Caur svētdienas divkopojumiem. Я бы очень хотел. Man ļoti gribētos. Чтобы вы понимали. Lai jūs saprastu. Что мы чтим седьмой день. Ka mēs godājam septīto dienu. Библия говорит. Bībelē ir teikts. Шесть дней работай. Sešas dienas strādā. Седьмой день отдай кому? Septīto dienu atdot kam? Господу. Tam kungam. Мы его чтим. Mēs viņu godājam. Кто-то говорит, ну мы в Новом Завете. Kāds saka, nu mēs jaunajā derībā. Новый Завет. Jaunā derība. Не отменил седьмой Viņa день. Viņa nav atcēlusi septīto Новый dienu. Завет. Jaunā derība. Усугубил
Откровение о седьмом дне. Пастыпринае откласс. Поэтому теперь для народа Божьего остается субботство. И мы седьмой день переносим на всю неделю. Поэтому мы ходим не только в воскресенье на служение, но если мы хотим преодолеть праведность книжников и фарисеев, то нам нужна еще и домашняя группа, и наставничество, и молитвы, и так далее, и так далее. Потому что мы больше имеем праведность. Заповеди люди не могли выполнить. У них не было силы ее выполнить. Но когда мы приняли Иисуса, Иисус дал нам силу выполнить эти заповеди. И сделать даже больше. Мы не просто не блудим, но мы даже блудные мысли от себя выкидываем. Мы не просто никого не убиваем, мы даже никого пить не пытаемся. Аминь. Мы хотим быть добрыми людьми. Библия не говорит, если в Старом Завете не убей, то в Новом Завете кого-то прибить можешь. Библия говорит, даже мысль злая на кого-то появилась, что уже это чуть ли убийство. То есть мы освящаемся. Седьмой день свят. Проповедуй об этом. Учи об этом. В Старом Завете. Если бы ты во время седьмого дня пошел огород полоть, на тебя бы такую кучу камней накидали. Все. Седьмой день свят. Аминь. Его надо чтить. Значит, первый метод воздействия — это воскресное богослужение. Второй метод воздействия — это семинары. Если мы готовим учеников, нам нужно людей регулярно что? Учить. Поэтому в церкви постоянно должны быть какие-то семинары. Одному учим. Закончили, другому учим. Закончили, третьему учим. Только через учение меняется мышление человека. И если ты хочешь сильно воздействовать на людей, часто пастор мне говорит, нет вообще помощника. Никто не помогает. Никто не хочет мне помочь. Я говорю, знаешь, что сделал Иисус? Чтобы у него были помощники. Он взял 12 и начал их учить. У меня вопрос. Ты кого учишь? Никого. А кто тебе сказал, что у тебя будут помощники? Ты никого не учишь? У тебя никогда не будет помощника. Забудь! Aizmirsti. Сам будешь. Pats būs. И будешь молиться всегда. Un lūks vienmēr. Остался я один. Palikos viens. И моей души ищут. Un man dvēseli meklē. И таки найдут. Un tādā arī atradīs. Послушай. Paklausies. Нам нужно учить людей. Mums ir jāmāca cilvēki. И нам нужно учить их постоянно. Un mums patstāvīgi библейские школы. Bībeles skolas. Семинары. Это не ерунда какая-то. Это способ поменять мозги. Tas ir veids, kā aizmainīt smadzenes. Amen. Нам надо поменять свое мышление. Нам надо поменять свое мышление. Читал какую-то книгу о мозге. Lasīju kādu grāmatu par smadzenēm. И этот ученый пишет. Un šis zinātnieks raksta. Ну там 13 миллиардов нервных клеток. 13 там миллиардов. Они очень сложные. Там, такие, там вообще мозг это, короче, самый сложный механизм, который существует в мире. Более сложного, чем мозг, нету ничего. И он говорит, если какая-то мысль пришла, это похоже, что вот через заросли кто-то пробрался. Потому что всегда новая мысль встречает сопротивление. У кого встречает сопротивление системное служение, поднимите руку. Один Максим Бурлов поднял. Послушай. Поклоусись. Он говорит, если ты начинаешь этому учить, ja tu sāc mācīt, и эта мысль второй раз прошла, третий раз прошла, четвертый раз прошла, пятый раз прошла, reiz, там у тебя протаптывается тропинка, а потом уже дорога. И нам нужна дорога. Что такое библейская школа? Это дороги, протоптанные в твоих мозгах к Богу. Аминь. Если ты хочешь, чтобы твоя жизнь пошла действительно Божьим путем, тебе надо целенаправленно. Иисус 3,5 года с утра до вечера им втюхивал. Поэтому они перевернули весь мир. А если бы он только на воскресное служение их собирал, они не то, что мир.
Теща была бы до конца жизни в горячке. Vispār līdz dzīves dienas beigām būtu karsonī. Что он бросил свой рыбацкий бизнес и пошел кто знает куда. Поэтому нам нужно учиться. Mācīties. Семинары способ воздействия. Семинары, ietekmes veidi. Третье. Trešais. Малые группы. Mazās grupas. Домашние группы. Mājas grupas. Ячейки. Šūniņas. Как их называют? Kā viņas sauc? Это третий способ воздействия. Tas ir trešais ietekmes veids. На разум человека. Uz cilvēku prātu. На сердце человека. Uz cilvēku sirdi. Нам нужно. Mums vajag. Более тесное общение. Jo ciešāks kontakts. Вот сейчас я проповедую. Так ты слудину. Откуда я знаю, что у кого в голове? Ну, куринцы зин, кас курам голова. Я ничего не знаю. Я никого не знаю. Я ни до чего не могу догадаться. Я не верну ни арку айзет. Но я уст. Кто-то смотрит. Как ты скатас? Улыбки мы приклеивать уже научились. Смайдс пилим, я тебе эмоциямис. Такие натянутые. Тадс узвилксус. Мы ничего не знаем. Мы с никого не знаем. Ну согласись, если собрать 10 человек. Подпекрите, собак туда 10 человек. Там сразу становится ясно. Трузрейс плюс скайдрис. Кто о чем думает? Курш парко дома. Даже когда человек говорит. Вот я целак сруна. Когда он на тебя смотрит. Когда он скатался с тобой. Когда он в твои глаза смотрит. Когда он честно скатался с тобой. Становится ясно. Ты в плюс скайдрис. С этим что-то не так. Картона у кого скарта. Когда идет какое-то обсуждение. Когда идет какой-то спрет. Все участвуют. Виси пьедалас. И один сидит. Он вин сэш. И лидер. Он лидерс. Хороший лидер. Лапс лидерс. Ему цель его. Расшугать всех. Виням ира мерц висус сакустинат. Как переводится расшугать? Нобайдит. Нобайдит. Короче, все должны разморозиться. Висием ир. Все должны начать разговаривать. Висием я сакрунат. И даже если у человека какая-то боль внутри. Но его расшевелили. С него это вытянули. Послушайте, это уже не больной человек в церкви. Потому что мы вытянули проблему наружу. А если мы ее вытянули, мы можем ее решить. Это нельзя сделать в зале. Это можно сделать только на домашней группе. Аминь. Поэтому нам нужны малые группы. Где бы могли развиваться лидеры. Attīstīti līderus. И третий, и четвертый метод воздействия. Un ceturtais ietekmes punkts. Это наставничество. Tas ir pamācība. Значит, смотрите. Skatieties. Статистика говорит. Statistika runā. Что на ячейках. Kas šūniņās. Только 10% людей. Tikai 10% cilvēku. Становятся лидерами. Плюс пар лидеры. 10%. 10%. Но что говорит статистика? Bet ko saka statistika? Через наставничество. Caur pamācību. 90%. 90%. Становятся лидерами. Плюс пар лидерем. Поэтому что нам нужно? Tāpēc, kas mums ir vajadzīgs? Нам нужно наставничество. Mums ir vajadzīga pamācība. Нам нужны наставники. Mums ir vajadzīgi skolotāji. И мы должны совершать всех людей. Un mums visi cilvēki. Чтобы они становились наставниками. Jāpievad pie tā, lai viņi kļūtu par skolotājiem. Значит, когда мы говорим о наставничестве, когда мы срунаем по мацивам, вот из этих трех категорий людей, из них три слова категории юноши, дети, отроки, барны, яунеши, усаужи. Кто лучше всего подходит под категорию наставника? Касу и слабак дерзем по сколотаю. Кто лучше всего мог бы быть наставником? Кас слабак по всем вербу сколотаю. Юноши, отроки, дети. Барны, яунеши, усаужи. Лучше всего лавак пар висем, под категорию наставника. Зем памацības, skolotāja категории. Здесь подходят юноши. Шей дер яунеши. У них есть откровение. Виньем ир атклассме. У них есть сила. Виньем ир спекс. И у них есть набор побед. Un viņiem ir uzvaru komplekts. Для наставничества. Priekš pamācīšanas. Это неоценимые вещи. Tas ir nenovērtējams lietas. Почему юноши? Kāpēc jaunieši? Он еще не так далеко ушел от детства. Tālu ir aizgājis no bērnības. Понимаете, да или нет? Сопрот войны. То есть ему еще. Виням вел. У него еще свежие воспоминания. Виням вел свайгас от меня. Его вот эти детские проблемы. Паршис у меня барн проблема. Его какие-то трудности. Парвине грути бам. Но с другой стороны. Ведь на утро спусись. Он уже достаточно возмужал. Винчел пьет то и достаточно поднялся. Я поцелился. Чтобы уметь наставлять. Лайматься эту помаци. Поэтому наша задача. Топать мусу уздевом с. Выделить в церкви. Издали и драудзе.
Именно юноши. Tieši jaunieši. То есть христиан. Tas ir kristiešus. Которые доросли. Kuri ir izauguši. До того, чтобы наставлять. Līdz tam, lai varētu sākt mācīt. Дошли уже до этого состояния. Nonākuši līdz šim stāvoklim. Они могут уже наставлять. Viņi var jau pamācīt. Апостол Павел пишет. Апостол Павлс раксти. Он говорит, я знаю, что вы полны благодати и истины. Viņš saka, ka pilni patiesības. И способны других что? Lai varētu citus. Наставлять. Мацить. Это истина. Tā ir patiesība. Это откровение. Tā ir atklāsme. Это пророческое слово, если хотите. Tas ir pravietisks vārds. Если у тебя есть истина, ja если у тебя есть благодать, ja man ir labvēlība, ты способен что? Tu esi spējīgs, ko? Других наставлять. Citus pamācīt. Поэтому, когда мы говорим о домашней группе, tāpēc, tad, kad mēs runājam par mājas grupām, сколько человек домашняя группа? Cik cilvēki ir mājas grupā? У Иисуса была домашняя группа. Jēzum bija mājas grupa. В ней было 12 человек. Tur bija 12 cilvēki. 10 человек домашняя группа. 10 cilvēku mājas grupa. 6 человек домашняя группа. 6 cilvēku mājas grupa. Кто главный в домашней группе? Kurš ir galvenais mājas grupā? Лидер. Лидерс. Лидер. Лидерс. Это главный человек. Tas ir galvenais cilvēks mājas grupā. Домашняя группа начинается с чего? С кого? Mājas grupa sākās no kā? Не с толпы людей. Ne no cilvēku pūļa. Ой, мы собираемся. Ой, мы сополцаемся. О, мы молимся. А, mēs lūdzam. Кто лидер? Kas ir līderis? А, у нас все главные. А, mums visi ir galvenie. Ерунда. Muļķības. Это домашняя группа, которая не будет существовать Ши, долго. Mājas grupa, kas neeksistēs ilgi. Домашней группе. Mājas grupā. Должен быть лидер. Ir jābūt līderim. Второй человек после лидера. Otrs cilvēks pēc līdera. Который сразу же должен определиться. Kuram uzreiz ir jāparādās. Это кто? Tas ir kas? Помощник. Palīgs. Почему помощник? Kāpēc palīgs? Нельзя говорить о росте домашней группы. Недрикс руна пар мазь группы. Если у нас нет для этого роста ja потенциала. Но потенциала. Потенциалом для роста. Потенциал спрекш пиогума. Является помощник. Ир палыкс. Это перспективный человек. Тас перспектив силвакс. Который не просто курш. Ходит в церковь. Не свенкарш тайга уз драуди. Но он заинтересован в том. Бет винчир интересет станы. Чтобы спасать людей. Ла изглабту силвакус. Послушайте. Paklausieties. Домашняя группа. Mājas grupa. Она создана. Tā ir radīta. Специально для того. Speciāli tam. Чтобы спасать мир. Lai glābt pasauli. Домашняя группа. Mājas grupa. Это не клуб по интересам. Tas nav klubs pēc interesēm. Это не место для тусовок. Tā nav vieta tusiņiem. Это место. Šī vieta. Где присутствует одно самое главное откровение. Kur viena galvenā atklāsme. Спасение мира. Pasaules glābšana. Поэтому, кто такой помощник? Tāpēc, kas ir palīgs? Кто такой лидер? Kas ir līders? Это два человека. Tie ir divi cilvēki. Которые эффективные. Kuri ir efektīvi. В спасении мира. Pasaules glābšanā. Они эффективные в том, чтобы утверждать людей. Viņi efektīvi tanī, lai... И вот у нас есть два человека. Cilvēks. Mums ir divi cilvēki. Лидер. Līders. Помощник. Un palīgs. Потом. Pēc tam. У нас есть юноши. Mums ir jaunieši. Юноши. Jaunieši. То есть это люди. Tie ir cilvēki. Которые прошли. Kuri izgājuši. Определенную духовную школу. Noteikti garīgu школу. Имеют определенный духовный рост. Viņiem garīgs pieaugums noteikti. Они еще не лидеры. Viņi vēl nav līderi. Может быть они еще даже никого к Богу не привели. Varbūt vēl nevienu viņi pie Dieva nav atveduši. Или только работают с кем-то, чтобы привести. Vai tikai strādā ar kādu, lai atvestu. Задача лидера. Līdera uzdevums. Задача помощника. Palīga uzdevums. Сделать так, издарить та, чтобы вот эти люди, lai šie cilvēki, были плодоносны, būtu auglīgi, в спасении людей, cilvēku glābšanā. Аминь. Амен. Не просто мы говорим. Ne vienkārši mēs runājam. Мы пришли к Богу. Mēs atnācām pie Dieva. Успокойтесь. Nomierinieties. Нет. Nē. Мы пришли к Богу. Mēs atnācām pie Dieva. Нам надо кого-то привести. Mums vajag vēl kādu atvest. Поэтому юноши. Tāpēc jaunieši. Это люди. Tie ir cilvēki. Которые лучше всего подходят на роль наставника. Labāk, vislabāk der uz pamācītāja lomas. Они наставляют кого? Pamāca ko? Младенцев. Bērnus. Или детей. Bērnus. То есть это их задача. Tas ir viņu uzdevums. Они работают viņi strādā по книгам. Pēc grāmatas. Друзья, по книгам работать намного легче, чем самому что-то из головы придумать. Pēc grāmatām strādāt daudz vieglāk nekā pašam kaut ko izdomāt. Потому что в книгах есть система. Tāpēc, ka grāmatā ir sistēma. Есть определенный порядок. Ir noteikta kārtība. Итак. Un tā. Когда юноша tad, kad jaunietis работает strādā над своим подопечным, par savu, что такое его работа? Kas ir viņa darbs? Что такое вообще работа наставника? Kas vispār ir skolotāja darbs? Значит, работа наставника skolotāja darbs
сводится к трем основным вещам. Ir uz trīs, pamatot, uz trīs lietām. Первое. Pirmā. Это добиться, чтобы его подопечный panākt, lai tas, kas ir zem viņa, посещал воскресное служение. Apmeklēt svētdienas kalpojumus. Второе. Otrais. Добиться, чтобы его подопечный panākt, lai tas, par ko viņš atbild, посещал домашнюю группу. Apmeklēt mājas grupiņas. Третье. Trešais. Это добиться panākt, раз в неделю reizi nedēļā личного встречи. Personīgās tikšanās. Личной встречи. Personīga tikšanos. Значит, это задача наставника. Tas ir skolotāja uzdevums. Мне вопрос. Man ir jautājums. Скажите, Saki, это сложно или нет? Tas ir sarežģīti vai nē? Вот если я говорю ну, наставничество. Я runāju par skolotāju. Вот Леонид наставник. Lūk, Leonids ir skolotājs. Леонид наставник. Leonids ir skolotājs. Иди сюда, брат. Вот над ним. Как тебя зовут? Лук. Максим. Скажи. Сэ... Вот он только покаялся. Винч тыку отгрызался на греке. Неделю назад. Неделю отпокали. Ты уже ту яу... юноша. Эси яунец. Скажите, три вещи. Саки, три слетас. Это несложные вещи. Тас ну сарждит слетс. В субботу. Сэздин. Созвониться. Созвонитесь. И договориться. Он сарунат. Машина есть? Машина ир. Что ты на машине заедешь за ним на слово. Катуар машина ибрукс в нем покаль. Скажите, это сложно или нет? Это сарждит вы не? Это вообще ерунда. Это вispār niekas. Домашняя группа. Майс группиня. Сложно это договориться? Это сарждит сарунат. Что там во вторник или в среду? Отрудин, ты за ним зайдешь? Ты пе виням ей спать? Заедешь? А я брокс. И вы вместе пойдете на машину. Он купает все сеты с майс группиня. Не сложно. Но наставничество? Бейт. Это что-то большее. Это сколько с вайрак помазаем. Это нам нужна еще одна личная встреча. Неформально. Где? Кур. Лучше. Labāk. Если он пригласит тебя к себе домой. Ja viņš tevi uzaicinās pie sevis mājām. Это лучшая встреча. Tas būs labākā tikšanās vieta. Потому что он тебя знает. Tāpēc, ka viņš pazīst tevi. Вы вместе церковь ходите. Jūs kopā iet uz draudzi. Вы вместе на ячейку ходите. Jūs kopā iet uz šūniņu. Самое лучшее. Pats labākais. Если он. Ja viņš пригласит тебя домой. Uzaicinās tevi uz mājām. Луки 10 глава. Lūks 10. nodaļā. Говорит. Saka. Что если вы придете в какой-то дом. Ja aiziesiet uz kādu māju. И скажите этому дому. Un sakiet tam namam. Мир. Мирс. Если примут этот мир, я пеням, что мир, то мир там почиет. Там мир если палит. Там будут сыны, я турбус дали. Мира. Посолс. Теперь вопрос. Мира. Так где утаем? Чем отличается? Нука отчера. Хождение иеговистов. Иеговист стайгашина. От хождения харизматов. Но харизмат стайгашинс. У них нет. Винем нау. В домах. Майас. Сынов мира. Мир берн. А у нас они Bet уже mums... что? Я у Винико. Они есть. Виневи. Мы не входим в дом. Мы не едем мая. Цинь, а вы не хотите. Пошел. Бет, не гребят, вацис. А мы входим в дом Бет, через что? Мая церкву. И что Библия говорит? Когда войдете в дом. Когда есть от мая. Первое и самое важное, что вы должны там сделать. Ешьте. Эдит. Это самое важное откровение. Да, это сварigākā atklāsme. Когда ты входишь в дом, kad tu ej mājā, задача наставника номер один, что сделать? Номер один, ko izdarīt? Ешьте! Ēdiet! Что вам предложат? Ko jums piedāvās? Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Богу! Paldies Dievam! Потом, pēc tam, написано, исцеляйте находящихся там, что? Dziediniet tur больных, slimos. Потом, pēc tam, проповедуйте, sludiniet. Что приблизилось царство. Лай валстей пи... Уже даже не ему. Пат я уна виням. А его домашним. Бет виня майнеким. Его родственникам. Виня радынеким. Его близким. Виня тувынеким. Потому что ты... Тапец ка ту... Вошел через него. И янаци цаур виню. Как его друг. Ка виня драукс. Как его близкий человек. Ка виня тувай силвакс. Родителям не надо объяснять, кто Вецак, ты. Им не вейк скайдрут. Не надо рассказывать, зачем ты и не что ты. Не вейк стастит, капец ты упрежкам. Все просто. Друг моего сына. Пей, то есть это друг драукс. Моего... брата. Mana brāļa draugs. Все просто. Viss ir vienkārši. То есть, и когда вы встречаетесь. Un tad, kad jūs satiekaties. Это не просто должна быть встреча. Там поели. Nav vienkārši tikšanai. Анекдоты потравили. Paēdāt. Анекдотс пастāstījāt. Наша встреча. Mūsu tikšanai. Она должна иметь три важных аспекта. Tam ir jābūt trīs svarīgiem punktiem. Три важных аспекта. Trīs svarīgiem punktiem. Первое. Pirmajam. Мы проповедуем урок. Mēs sludinam mācību. Из книг. Но грамотам. Мы проповедуем уроки из книг. Мы слушаем мацибно грамотам. Допустим. Пимером. Сегодня. Шодин.
Мы говорим. Мы срунаем. О том, что такое рождение свыше. Про то, как сирадзим шено аукшество. С человеком что-то произошло. Ар человек аукснотик. Он реально должен понимать, что с ним произошло. Винчреал, виням яс про то, как. Он должен знать, что внутри него происходит. Виням язен, касекша, ано. Он должен знать, что там внутри две борьбы. Виням язен, касекша, две стихи. Что там есть борьба Божья. Который дьявол ценит. И там есть борьба дьявола. Он тривал на цене. Что плоть кричит свое. Камеся клет саву. Вернись назад. Отгрезись от пока. Ты занимайся тем, чем ты занимался. Но другое сердце колит там. Кричит, иди к Богу. Клец, эй, пьет, человек должен знать. Ты язык. Здесь есть урок. Он четырем... Ты просто даешь ему этот урок. Ты венкарш, не в течение 10, 15, 20 минут. 15 минут. Почему так мало? Да потому что когда ты мы лично разговариваем, да, опять, все усваивается намного быстрее, чем когда мы сидим в зале. Да, вот завтра, не как все, ты дал урок. Второе. Что тебе нужно? Твоя проповедь не должна быть сухой. Давай святрунай, но я буду тук. Говори. Руна. Свидетельство. Орлецей. Простые вещи. Венкарш лета. Как ты победил грех? Как ты узврей грех? Как ты победил семейные проблемы? Как ты жертвовал, Бог тебе воздал? Как Бог исцелил твою печенку? Как Бог исцелил твою подагру? Как Бог восстановил твое давление? Как Бог сделал какие-то семейные вопросы? Говори слово. Руна варду. Практики. Ar praksi. Svidetelstvo. Liecību. Tretie. Trešais. Malitva. Lūkšana. Drug za druga. Viens par otru. И самое главное. Un pats galvenais. Molitva za nespasionih rūs. Lūkšana par neglābtiem radiniekiem. Kada mēs molimся za nespasionih rūs. Tad, kad mēs lūdzam par neglābtiem radiniekiem. Мы... Можно опять вас, братья? Я извиняюсь. Var atkal jūs, brāļi. Вставай. Смотрите, что мы делаем. Скажите, ко мы сдерем под самое главное, что мы делаем. Pats galvenais, ko mēs darām. Я бы не хотел, чтобы у нас проповедовалось такое Евангелие. Придите к Богу, и Он все решит. Самая главная идея Евангелия. Придите к Богу, и вы будете спасены. Нам надо проповедовать о спасении. Спасение важнее исцеления. Спасение важнее процветания. Спасение важнее, чем Библия, пусть без одной ноги, но на небо. Без одного глаза, без на небо. Понимаете, нам надо проповедовать спасение. Аминь. Поэтому этому человеку надо донести одну истину. Ты спасен. То есть глабц. Ты идешь на небо. То есть дебесим. Это самое главное. Нет ничего важнее. Но никак сварить. Главное, чтобы ты не потерял спасение. Главное, чтобы ты не позаудей глаз. Ты можешь деньги потерять, это ерунда. Твой позаудей на утро. Вообще лучше нищим на небо пойти. Ир набакс быть у дебесим. Меньше греха. Маза грака. Самое главное. Пац головнайс. Чтобы ты не потерял спасение. Ты не позаудай эту главу. Это важнее всего. Это сварить родственники. Ты вы родственники. Ты знаешь, что это важно. Ты знаешь, что это чтобы на небе. Дебесис, ты их встретил. Ты винь сатикто. Чтобы они там были. Лавинь турбу. Ты же любишь своих родственников. Ты же заботишься. Ты так рупеешь про них. Больше всего печись надо. Варах первый рупеешь про себя. Домашний это важнее всего. Майнеким. Ты сварить когда я говорю, когда срунаю, рунаю, рунаю. Здесь появляется вера. Шет порадости тебе. Мне надо спасение. Ман вайди главшен. Для моих родственников. Маним родственники. Они могут исцелиться, могут нет. Винь вер табдзи. Могут освободиться, могут нет. Вер отбривотей сварнеи. Процветать могут. Усплоук твар. А могут и не процветать. Вер не усплоук. Ребята, это практика. Та и пракса. Это жизнь. Та и дзиве. Многие люди не процветают. Да вот человек не усплоукст. Многие люди не исцеляют. Да вот человек не топ дзиеден. Многие люди не освобождают. Да вот человек не отбривойс. Но они спасены. Ведь вини ир главты. И они идут на небо. Он виниету с дебесим. И это самое главное. Он тасир подсгалвенайс. Это цель. Тасир мертис. Мы должны всем показать. Мум свисем я правда. Если ты не спасен. Я ту не иси главц. Ты грешник. То есть грец. Если ты грешник. Я то есть грецинек. Ты идешь в ад. То есть узеллы. И тебе ничего не поможет. Он ты уникас не полидзайс. Кто ты такой? Кас то иси тац? Ты кто такой? Ту кас эси тац? Да даже если ты президент. Вот я то есть президент. Этой страны. Шиис валс. Да даже если ты президент России. Вот я то есть кривий президент. Это вообще не играет роли. То есть не спел ловника, то есть главный. Нет. Не. Ты не спасен. Я то не есть главный. Ты идешь в ад. То есть узеллы. Ты будешь вечно мучиться. Ты мужи. Ты будешь страдать. Тут цитис. Дьявол будет издеваться. Валнс ниргался из спасения. Если ты принял Иисуса. Ведь я тупением дьявола. Ты принял спасение. Я пением главшину. Все. Весь. Твоя жизнь поменялась. Там ты майна. Ты Божий человек. Ты сидел целовать. У тебя ничего нет. Ты он и канал. Ты нищий. То есть набок. Но ты Божий. Ведь ты сидел. Пусть нищий скажет, я богат. Набок сакас богат. Пусть слабый скажет, я силен. Потому что я спасен. Потому что Бог уже пришел в мою жизнь. Это основа всего. Это самое главное. Нет ничего главнее. Аминь. Аминь. Аллилуйя. 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 И все спасенные дали славу Богу. Смотрите, когда я
Говорю ему о его родственниках. Когда я говорю о его близких. Руная первини ту в нем появляется желание. Парадас, спасти этих людей. Изглабчо силвать. Послушай, ты кто? Клосис тукас. Ты юноша. То есть юнец. Ты человек, который только недавно. Человек, который только недавно. Познал Бога. Я познали с Дьявом. Но ты же подрос. Бе то есть пиос. Чтобы быть способным наставлять его. Преспеек помаций твиню. А ты кто? Бе то есть кас. А ты отец. Бе то есть таус. Ты отец. То есть таус. Ты уже лидер ячейки. То есть еще он есть лидер. И ты, конечно же, наставник. Ту протам с помаций. Ты не можешь быть лидером и не лидер. Быть наставником. Он не будет парасхолотом. И ты наставляешь. Он ту мацик. Его. Виню. Почему? Капец. Ты хочешь, чтобы он рос. Ту гриби лавич пиел. Ты хочешь, чтобы он поднимался. Лавич пацеляс. Параллельно, когда ты наставляешь. Параллельно, тетка ту мацик. Тебе надо с него брать отчет. Ты у я немного не отскаете. Как он работает с ним? Гавинч страда арвиню. Как он общается с ним? Гавинч контактей с арвиню. Получается вот такая тройка. Он и ты через него. Он тут цел рвиню. Проповедуешь ему. Слуден виням. Почему? Капец. Потому что ты верующий. Капец, который ты цикс. У тебя вообще нет знакомых. Ты увесь парно позиция. Не верующий. Не цик. Те, которые есть. Те, которые ир. Они либо покаялись. Винь вайну отгрезас. Либо они послали тебя. Вы винь посутаете. На все четыре стороны. Уже сам четырам пусе. И сказали, что слушать я тебя больше не буду. Клоусиетесь, мы с тебя верить не клоусиетесь. Поэтому ты не можешь уже кому-то проповедовать. Ты же всем, кому мог попроповедовать. И уже все, кто могли, тебя послали. А все, кто могли, уже покаялись. Поэтому тебе не, ты не можешь найти кого-то. Не верь отрискаду. Но ты можешь найти его. Виню, который нашел его. Виню, а он. Как тебя зовут? Как тебя зовут? Максим. Максим. Сколько у тебя есть знакомых? Сколько ты познакомился? Короче, кто им выявит? Орифлеймовец. Вот. Лук. Идите сюда, женщина, пожалуйста, идите сюда. Вы подняли руку. 15, поцелуй от рук. Пройдите, пожалуйста. 15, лук. Пожалуйста. Лудзу. Смотрите. Скатитесь. Все просто. Весь лед венкаш. Это то, что в мире происходит. Это не церковь, это в мире происходит. Это не церковь, это в мире происходит. Это спасало оно так. Когда вы пришли в какую фирму? МВ? МВ. МВ, да? МВ. Это вообще Amway. Самая лучшая контора. Пати это МВ. Лучше, чем МВ, ничего не существует. Лабака, там Amway есть такие есть Турель. Препараты. Та это вообще, допустим, Висбар. Лок. Лок, да? Вымазался. Ты нос мэрэйес. Оттер. Нос лауцей. Разбавил на ведро воды. Очиденай, цветы полил, они вот так расти начали. Аплайсты, а если тараканы, тоже я разбавил. Тараканы, помыл все, они сразу ушли. Если у тебя похмелье, вот, и ты перебухал вчера, ты пьешь вакар, стакан лока, просто тебя хоп, все осело. Чувствуешь себя нормально. Вы врубаетесь, это самая лучшая компания. Зубная паста. Называется глистер. Щетка. Это не зуб просто бирстей. Щетка, та, это щетка бирстей, с тоненькими ворсинками, у которых каждый усик заострен. Поэтому, когда ты чистишь зубы, они не царапают тебе эмаль. И зубы у тебя, как у всех им выявятся, становятся белые-белые. Натуральный цвет у них становится. Аллилуйя. А зубы эти, они полностью снимают камни. Они, короче, зарастают дырки на зубах. И были случаи, что зубы тоже вырастали, но не часто. Поэтому... Слушайте, первое, что вы когда приходите, первое, что вам говорят, сака, как вам надо работать? Список составить. Первое, нужно составить список своих знакомых. Когда ты узнаешь о таком продукте, тебе хочется со всеми поделиться. Он ртал продукту, который верит, ты угребас поделитесь сервисем. Во-первых, сэкономить деньги. Первым картам экономить на оду. Превосходным товаром пользоваться. Ну, больше-то я свободно написала, но у меня такая работа, что у меня около 2000 в телефонах есть. Man tāds darbs, ka 2000 telefonu numuru man ir. Цены? Янаковы. Там вы догадливый, сынов харизматов. Аминь. Спасибо вам большое. Полдесимс. Смотрите. Скатитесь. Она легко написала 100 человек. Вне лютвегу легко. 70 человек. То есть не напрягаясь. Не пепулотись. Ну не надо 100. Не вейк 70. 50 напиши. 50 узрахты. Но это свежие люди. Бо ты есть свайги целовать. Которые вообще не слышали его. Курвись парно удзирдеш. Которые вообще не слышали ничего о Боге. Курвись на удзирдеш никого пердел. Которым никто ничего не говорит. Курим на венц никого на устации. Вот этот человек. 6 человек. Вот этот человек. 6 человек. Они как зеницу ока. Вини ка
берегут этого человека. Потому что это человек. Да подскажись, цилва. Это все. Да сервис. Они его должны на руках носить. Винья на савиню с роком. Не, не буду. Не, не медина. Они его должны на руках носить. Винья на савиню с роком. Они должны звонить ему. Винем язану винья. Переживать. Я парди его первый. Через него. Клаусис, ну цор винью. Они могут войти. Винивер и ей. Так называемый. Та саута моя. Это слово все употребляют. Шо варду висели это. Ойкас. Да. Это его мир. Ир виня пасауле. В его мир. Виня пасауле. В котором еще никто. Паркур не венц. Не спас. Кура не венц. В котором еще никто не слышал его. Паркур не венц на узирдай, что ему делали. Вот эти люди. Та вообще цилвек. Вдвоем. Дивота. Иисус посылал по двое. Те Иисус и по диви. Наставлять. Вини помаза. Они так заинтересованы. Вини та и интересаты. Чтобы он возрастал. Левинч пиаук. Чтобы он поднимался. Левинч пацал тос. И чтобы рано или поздно. Он лай агравай вэл. Он ввел их. Винч эвесту винюс. Законно. Ликумиги. В свой дом. Савана Майя. И у него 100 знакомых. У меня мир 100 пазин. И мы молимся. У мы слудзам. Мы просим Духа Святого. Мы спросим Святого Гару. Мы просим мудрость. Мы спросим Гудрию. Чтобы начать работать. Лай сакту страда. С этими новообращенными неверующими людьми. Чтобы не испугать их. Лай винис не обеда. Не выглядеть сектантами. Лай не искать итос пред сектантем. А чтобы выглядеть приличными людьми. Святыми человеком, святым человеком. Правильными людьми. Тайсным человеком. Которые с которыми легко общаться, легко строить отношения, у которых мозги не зациклены только на то, чтобы с проходняка сразу зайти. А вы верите в Иисуса Христа? А вы к смерти приготовились? Навы, эсет готовы? Нет. Им это не надо. Виним то снова идти. Они хотят с ним работать. Вини грибар, вини страдать. Они хотят наставлять. Вини гриб помазать. Потому у них долгоиграющие цели. Винемир илк, у них программы на длительное время. Программа с узилку. Поэтому они постепенно. Да, пойти не по потихоньку. Помазам, шаг за шаг. Соло по соло. Входят в его мир. И едет вини посолы. Они там проповедуют. У меня труслуды. Они молятся. Луд. И наступает день. Он пьяна где я. Системного служения. Систем скалпоша. Когда в церкви. Кадраудзе. Служение исцеления. Или деды наши скалпоши. Или освобождение. Вай отбриво. Или просто служение, где мы проповедуем спасение. Венкаш круслудным. А к этому времени. Ты уже встретился с его родственниками. Вы уже команда. Вы вдвоем встретились с родственниками. Вы им столько рассказали. Вы им столько объяснили. Вы их не грузили. Вы их не давили. Вы их не тянули за рукав. Потом вы сказали, слушай, есть место. Куда хорошо было бы тебе подходить. В это воскресенье. Просто посмотреть. Мы тогда с ним ходим. Мы чувствуем, jūtam, как вера внутри нас есть. Как огонь внутри нас есть. Ты видишь, мы улыбаемся. Protams, ты видишь, у нас нет уже вредных Protams. Привычек. Mums nav kai ты видишь, у нас уже нет матюков. Redzi, мы svec. Даже не матюкаемся вслух. Mēs pat nelamājamies skaļi. Все поменялось. Viss ir izmainījies. Может быть. Varbūt. Пошли сходим. Айзесим. И в этот день, un šī diena, когда все привели неверующих, уровень помазания в церкви, он в три раза выше. Viņš trīs reizes ir augstāks. Дима, иди скажи, что ты мне говорил насчет Ирана, Ирана, Пакистана. Быстрее, быстрее, быстрее. Почему там чудеса? Ну, чудеса вообще происходят там, где много неверующих. Брин, но ты тур, куда узнать своих человеков. Когда спрашивают, почему в одних собраниях происходят чудеса, в других не происходит. Ну, так вот, допустим, недавно я был в Пакистане, у нас там собрания были, на последнем собрании 15 тысяч человек. Педия сапулце 15 тысяч человек. И около 3 тысяч мусульман. У нас 3 тысяч мусульмане. И там Бог открывал слепые глаза, с колясок там люди встали. Отвери, мне сразу сапцес. Начали писать. А почему в России не происходит такие или в Украине? Брином, Украина. Ответ один. Отбил двен. Приведите на собрание 3000 мусульман, и там будет чудеса. Усапал 3000 мусульман, чтобы был с бринами. Смотрите. Скатитесь. Все привели этих неверующих людей. Виси отведи на эти гос. Все. Виси. Поэтому помазание да, другой пей, уровень. Свайди вам цит слимен. Тем более мы готовились к этому служению. Мы сготовуемся, что копоем. Мацитайс. Любой пастырь. Ебкурш мацитайс. Любой пастырь. Ебкурш мацитайс. Он должен делать 4 вещи. Виним я дыр 4 слетас. Если он не делает 4 вещи. Винч не дыр 4 слетас. Он обрезанный пастырь. Винч ир апгрейзитс. Не хочу сказать дефективный. Если не грибы тейк дефективс. Но у него какая-то проблема. Бет виним иркад проблема. Потому что Иисус делал 4 вещи. Капец, где есть дыр 4 слетас? Проповедовал. Слудинаю. Учил. Мация. Исцелял. Дзиединаем. Изгонял бесов. Он издинал леонос гарус. Если ты не делаешь эти 4 я вещи, не дыр 4 слетас. С твоим служением что-то не так. Арто копаем каук снова что-то у тебя неправильно. Ты каук снова парей. Мы не только должны проповедовать. Мы не только я слудинаю. Мы должны демонстрировать.
демонстрировать истину. Я демонстрирую. И демонстрация истины. Это задача каждого пастыря. Если он это не делает, он не развивается. Не надо рассчитывать на евангелистов. Не надо рассчитывать на каких-то людей, кто приедет и что-то сделает. Ты должен ходить в дарах Духа Святого. Если ты переводишь служение только на уровень проповеди, все, ты ставишь крест на своем служении. Послушай, Дух Антихриста пришел к тебе, и он завоевал твои мозги, и он убил тебе помазание. Выйди из этого. Тебе надо двигаться в дарах. Тебе надо двигаться в помазании, в силе. Тогда Бог будет демонстрировать свою истину. Пришли люди, новые люди, и пастырь проповедует. И он говорил слово помазание. Сильно. И во время этого все эти люди покаялись. И что у нас происходит? Присаживайтесь. У нас к этой цепочке добавился еще один человек. К этой цепочке у нас добавился еще один человек. Скажите мне, что вот это такое? Дорогие, вот это есть Mani зародыш новой домашней группы. Jaunā mājas grupiņām. Послушайте. Paklausieties. У кого такое было? Kam tā ir bijis? Группа 20 человек. Группа 20 cilvēki. Вы ее поделили. Jūs to sadalījāt. И потом развалилось и то, и то. Un pēc tam sabruka gan viens, gan otrs. У меня такое было не раз. Man tās bijis ne vienreiz vien. Знаете причину? Jūs zināt iemeslu? Когда мы делим людей, которые давно в церкви, и они уже к одному лидеру приспособились, мы даем им другого лидера, которому они не приспособились, который для них не является авторитетом. Что происходит? Все разваливается. Все рассыпается. Смотрите сюда. Вот этот человек. Вот этот человек. Он сегодня авторитет. Для вот этого. Для вот этого. И для вот этого. По крайней мере, есть уже три человека, которые готовы его слушать, которые готовы его принимать. Это зародыш новой домашней группы. А если еще туда лидер прибавит, еще человека два хотя бы, то вот такую домашнюю группу можно смело что делить. Она не развалится, она не рассыпется, потому что там естественный авторитет. Вот нам нужен естественный авторитет. Как он рождается? Через наставничество. Через наставничество. Теперь слушайте. Евангелизация через евангелиста. Евангелизация через евангелиста. Слушайте, я хочу, чтобы вы поняли. Я не ломаю чье-то служение, чтобы поставить чье-то другое служение. Я не ломаю реп-центр, чтобы поставить что-то другое. Это глупо. Нам надо как можно больше структур. Но структура и система — это две разные вещи. Реп-центр — это структура. А вот это — это система роста личностного. И она должна быть везде. И на реп-центрах, и на служителей для служений для пожилых, для молодежи, для кого бы то ни было. Молодежное служение — это структура. Вот я сейчас отделил подростков. Man tagad ir 70 pusauģi. Nažal ženšinu. Paņem sīviet. Tādu. Огонь. Uguns. И она 70 подростков собирала. И мы сделали ее отдельной сотней. Это структура. Да, структура. Но их рост. Bet viņu pieaugums, духовный рост. Garīgais pieaugums, это система. Tā ir sistēma. Система не должна соперничать со структурой. Nav jāiet pret struktūru. Аминь. Аминь. Пусть будет больше структур. Lai ir vairāk struktūru. Но все эти структуры, bet visi struktūras, они должны рассчитывать на личный рост людей. Ir jāpaļaujās uz personīgu cilvēku pieaugumu. Евангелизация. Un tā evangelizācija. Через caur наставничество. Pamācību. Если мы будем иметь наставничество, ja mums būs pamācība, у нас будет эффективная, mums būs efektīva евангелизация. Evangelizācija. Все. Viss. Вопросы какие-то есть? Kādi jautājumi ir? Вопросы есть у кого-то? Яутаем кадамир.
Хорошо. Лаби. Нет вопросов. Jautājumu nav. И слава Богу. Un paldies Dievam. Дорогие. Дорогие. Я вообще верю. Es vispār ticu. Это ответ. Tā ir atbilde. Это ответ от Бога. Tā ir atbilde no Dieva. Хочу, чтобы вы сразу поняли. Es gribu, lai jūs uzreiz saprastu. Если вам моя личность не нравится. Ja jums nepatīk es kā personība. То это не я придумал. Nevis es to izdomāju. Весь мир по такой схеме. Visa pasaule strādā zem tādas sistēmas. Весь мир. Visa pasaule. Это не я придумал. Ne es to izdomāju. Может быть, я его адаптирую. Varbūt es to adaptēju. К движению новое поколение. Jaunās paudzes kustībā. Но это принцип. Bet šis princips. По которому работает церковь Юнгичо. Pēc kura strādā Юнгичо draudze. Я был в этом году. Biju šī gada pagājušā. Разговаривал там с одним из помощников. Runāju ar vienu palīgviņu. Говорю, скажите. Es saku, pasakiet man. Какая у вас система? Kāda jums ir sistēma? Он такой, какая система? Viņš saka, sistēma? Все Дух Святой. Viss svētais gars. Я говорю, еще вопрос повторяю. Saku, откартую, я у вас есть система какая-то, по которой вы работаете? Система, зем курс страдает. А какая система? Viņš saka, kāda sistēma? Дух Святой. Svētais gars. Я говорю, послушай, братан. Es saku, paklausies, brāl. Если есть система, ja ir sistēma, тогда можно ревновать о Духе Святом. Tad var arī būt greizsirdīgs par svēto garu. Когда мы 20 лет только на Духе Святом, bet, kad 20 gadu mēs tikai uz svēto garu, и никакой системы, un nekādas sistēmas, тогда мы задаем вопросы о системе. Tad mēs uzdodam jautājumu par sistēmu. А, ты об этом? А, tu par to? Вот такую пачку книжек достал. Un ar tādu paciņu grāmatas man dabūj. Это для воскресной школы. Tas svētdienas skolai. Это для подростков. Tas ir pusaudžiem. Это для молодежи. Tas ir jauniešiem. Это для таких ячеек. Tas ir tādām. Это для лидеров. Tas ir līderiem. Это для руководителей того. Это для руководителей того. Вот такую гору. Tādu kalnu. Понятно. Skaidrs. Когда есть четко отработанная система. Тогда, когда есть скайдр, изстрадать система. Можно в эту систему. Тогда вар шини система. Просить помазание. Просить свайдрюму. Чтобы Дух Святой там действовал. Lai Svētais Gars tur darbojas. Когда бардак. Хаос. Kad ты хаос. Говоришь, Дух Святой, un приди. Un tu saki, Svētais Gars nāc. Как кто-то сказал. Kā kāds teica. Говорит, почему? Saka, kādēļ? Чукчи улыбаются, когда молнию видят. Чукчи смайда, kad зибени redz. Они думают, что их фотографируют. Они думают, как они сфотографируют. Вот знаете, мы как чукчи. Мы как чукчис. Собрались на служение. Сапулцаямы Иисус, сапулцы. Дух Святой пришел. Святой Сгорь сатнаца. Мы поулыбались. Мы спасмайдиям. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Девам. Дух Святой ушел. Он Святой Сгорь сайзгаем. Что-то после конференции какой-то спад. Без конференции какой-то скритум. Что такое-то спад? Какой-то скритум. Что такое-то спад? Какой-то скритум. Что такое-то вот отток? Что произошло? Коснотика. Послушайте. Klausieties. Молнию. Zibeni. Ее надо пустить в провода. To vajag ielaist vados. Это значит называется электричество. Un tas saucās elektrība. И от электричества можно зажечь un все. Ar šo elektrību var iedzināt visu. Amen. Если есть система. Ja ir sistēma. И туда подключаешь электричество. Un tur pieslēdz elektrību. Тогда все начинает работать. Tad viss sāk darboties. Если нет системы. Ja nav sistēmas. Простая вещь. Vienkārša lieta. Вот вода. Lūk ūdens. Вот дом. Lūk māja. Как? Kā? Из как воду пустить в дом? Kā ūdeni ievest mājā? Если нет системы водоснабжения. Ūdens apgādes sistēmas. Нет краника. Nav krāna. Нет трубы. Nav cauruļu. Нет двигателя. Nav dzinēja. Viss. И воды нет. Arī ūdeņa nav. А что делать, если нет воды? Bet ko darīt, ja nav ūdeņa? Надо брать ведро и идти. Jāņem spainis un jāiet. А зимой надо еще кувалду брать, чтобы пробить дырку. Vēl vesers jāņem, lai caurumu izsistu. Вот и все. Lūk arī viss. Сделай систему. Uztais sistēmu. И вода потечет в дом. Un ūdens plūdīs uz и будет все нормально. Un viss būs kārtībā. Понимаете, очень часто. Vi saprotiet, ļoti bieži. Псевдодуховные люди. Псевдогарīgi cilvēki. Они бунтуют. Viņi dumpojas. Против всякого порядка. Pret katru kārtību. Они бунтуют против всякой viņi системы. Viņi dumpojas pret katru sistēmu. Послушайте, это дьявол. Klausieties, tas ir velns. Это бесы. Tie ir ļaunie gari. Дьяволу нравится бардак в церкви. Velnam patīk bardaks draudzē. Дьяволу нравится, когда никто ни за что не отвечает. Velnam patīk, kad neviens когда никто ничего не делает. Kad neviens neko nedara. Он от этого балдеет. Viņš no tā ничего не произойдет в такой церкви. Послушайте, многие церкви выросли в 90-х годах. Что я хочу? Я хочу, чтобы мы росли не в 90-х годах, а чтобы мы росли в 2012-х годах. Я верю, что расти можно в любой ситуации. Если есть четкая, жесткая система. Система побеждает любую другую систему. Против любой системы против можно бороться только системой. Почему в Китае сотни тысяч домашних групп? Это не просто так. Это система. И даже коммунистическая система не может раздавить эту систему. А если бы это было просто хаос? Все разрушилось. Миссионеры из Южной Кореи. Они едут в
Китае. Viņi brauc uz Ķīnu. И они учат. Un māca. А домашние группы. Par mājas grupām. Par sistēmu. Par sistēmu. Поэтому все развивается. Tāpēc viss attīstās. Дорогие. Дорогие. Я понимаю. Вот es saprotu. Я нарисовал вам эти цифры. Es uzīmēju jums šos skaitļus. Мы реально растем. Mēs reāli augam. Через эту систему. Caur šo sistēmu. Если мы перестанем молиться. Ja mēs pārstāsim lūgt. Перестанем проповедовать Евангелие. Pārstāsim sludināt Evangeliju. Никакая система не поможет. Nekāda sistēma nepalīdzēs. Все это на своем месте. Viss ir savā vietā. Но с другой стороны. Bet no otras puses. Я хочу. Es gribu. Вот честно говорю, хочу. Godīgi saku, gribu. Хочу, чтобы в России. Es gribu, lai Krievijā. Беларусь. Балткривия. Я уже не говорю там за Европу. Не рунаю про Европу. Чтобы везде. Lai visu открывались новые церкви. Atvērtos jaunas draudzes. И они росли. Un tās augtu. Я хочу. Es gribu to. Нам надо видеть успешных людей. Vajag redzēt veiksmīgus cilvēkus. Veiksmīgus. Не просто каких-то людей, у которых на лбу написано проблема. Vienkārši, kas uz rakstīts spirs problēma cilvēkam. Это отсутствие видения. Проблема ir tad, kad nav redzējuma. Видение. Redzējums. Вытаскивает из проблемы. Izvelk no когда ты не знаешь как. Tad, kad tu nezini kā. Это проблема. Tev ir problēma. И тогда ты говоришь, Господи, сам все сделай. Kungs, pats visu izdari. Или молитва. Vai lūkšana. Дух Святой. Svētais Gars. Пойди по домам. Ej pa mājām. И приведи нам людей. Un atved cilvēkus. Господь говорит, слышишь? Kungs, я вас послал. Es jūs sūtīju. Ты нас послал, а мы тебя посылаем. Tu mūs sūtīji, bet mēs tevi sūtām. Давай, иди сам. Эй, pats. Да как сам? Kā я pats? Без вас не пойду. Es bez jums neiešu. Мне вы нужны. Man esat vajadzīgi jūs. Я только с вами пойду. Es tikai ar jums iešu. Потому что я внутри вас. Tāpēc, ka es esmu jūsos. Понимаете? Saprotiet? Это то, что нам нужно. Tas ir tas, kas mums vajadzīgs. Я бы очень хотел, чтобы в новом поколении. Ļoti gribētos, lai jaunā вот paudze. Вот это все. Viss šis. Было запущено. Tiktu iedarbināts. Это не конкуренция. Да, но конкуренция. С какими-то рибцентрами, с какими-то программами, общественными. Я повторяю, это не конкуренция. Да, но конкуренция. Это не значит, что раз мы занимаемся ростом церкви, значит, надо забыть откровение о новом мировом порядке или забыть откровение о скинии Давидовой. Послушайте. Да. Вот это все, Look, оно приведет к реализации этих откровений. Когда мы за пять лет вырастем до тысячи церквей, а это реально. Я говорю, это реально. Я себе планку поставил. Через пять лет иметь 500 церквей. То есть это реальная цифра. И когда мы соберемся все где-то на стадионе, вот тебе называется праздник поклонения. И не надо ничего придумывать. Не надо бегать по чужим церквям и кричать, отдайте нам каких-то людей, чтобы они могли у нас на празднике постоять. Хорош, ерундой заниматься. Каждый свой огород обрабатывает. Каждый свое движение строит. Что, людей мало, что ли, что по другим церквям надо ходить? Когда мы говорим, соберется стадион, на котором 100 тысяч, не надо будет приглашать политиков. Зачем их приглашать? Они сразу разнюхают, где 50 тысяч собираются. И 100 тысяч. Особенно за месяц перед выборами. И месяц Велешинам. А кто это? Kas te tādi? Вы смеетесь? Jūs smieties? Вы не смеетесь? Jūs nesmieties? Ни одна партия. Больше тысячи человек собрать, не мама зло. Невер вайрак пар тūkstoši cilvēku сапулся. Не мама зло. В России он собирали какое-то время, да, там, митинги оппозиционеров. Ну, я согласен, там может быть страна большая, все. Варбут тур вал сел, та талак. Бластуют наши. Тысячу человек. Тūkstoši cilvēku. Две тысячи человек. Две тūkstoši cilvēku. Viss. А что такое церковь, когда соберется 50 тысяч? Когда в Сеуле была проблема перед Олимпиадой, и там обратился к доктору Ильичеву, президент, и говорит, очень сильные угрозы терактов. Они собрали молитвенное служение. 1 миллион человек. 1 миллион человек. И они целый день провели в молитве. Он весь день водил лукшина. Представьте себе, от одного такого вида скатта, уже ничего не хочется. Neko vairs negribas. Там какие-то студенты начали выступать, там какие-то говорят, вот мы придем к вам, нас 10 тысяч, мы вас разгоним. Кто-то говорит, разгоните нас миллион. Он говорит, изгоните его миллион. Все. Весь. Поймите, saprotiet. Вот это реализация откровения. Нам нужен рост. Mums нам нужен рост. Пиогумс, я еще раз говорю, я не навязываю это все. Даже на Украине сейчас кто-то вводит эту систему, кто-то присматривается. Систем, говорит, что-то нужно мне, это мне не нужно. Man vajag, man но nevajag.
Уже то, что мы начали Bet tas, ko mēs только jau начали, iesākam, понимаете? Iesākam уже оно дало определенные плоды. Дало определенные результаты. Что я увидел? Многие церкви начали расти. Там, где было 70, стало 80. Послушай, но когда у тебя стало, было 70, а стало 80, 80 это все равно лучше, чем 70. 80 labāk nekā 70. Где-то там 100 было, стало 150. Вот у нас в Ялте церковь. Долгое время. Долгое время. 60 человек мы не можем переступить. Ну, Ялта. Там все церкви развалились. Все. Вот какая не откроется церковь, развалилась. Какая не откроется, развалилась. Ну, Ялта. В Ялте хочется не церковь строить, а гулять. Грибас не здравый целый, но... Слава Богу! 130 человек. 130 человек. На собрании. Сапулце. Это говорит о чем-то. Руна понимаете? Сапротове. То есть, это... Я просто вижу, у нас нету такого скачкообразного, такого, что у нас все рвануло, все но система, она и рассчитана, когда ты делаешь шаг за шагом, постепенно, потихоньку, по одному человеку, по два человека, по пять человек, по десять человек, оно добавляется. Общая картина всего этого меняется. Поэтому, дорогие, я бы очень хотел, чтобы это все заработало. Смотрите, мы жертвуем. Очень часто мы жертвуем. Бог, воздай мне деньгами. Воздай мне 30, 60, 100 крат. Что я понял в жизни? Бывает, ты видишь, как Бог воздает. Ну, ты так, как ты видишь, когда Иосиф отмахнулся. Бывает, ты не видишь, как. Ну, ты как ты не видишь. Я говорю, что Бог не воздает. Знаешь, когда Иосиф не просто иногда ты этого просто что? Викарши, тут даже и ты не видишь этого. Не видишь. От чего это зависит? Ну, как ты сирот крикс? Не всегда Богу нравится. Не вимер даем поты. Чтобы нашей основной мыслью было получить деньги. Главное, дом будет санем тнауду. Ну вот, когда мы говорим Бог, так, когда мы, сакам, Диос, мы хотим твое поручение выполнить. Мы с грибом, та уплавность. Это Богу нравится всегда. Тас даем поты. Библия говорит, Библия говорит, если кто-то даже превратно. Я кац пац, непрейз, дому. То есть, не превратно, а как? Непрейз. Проповедует Иван, даже если Слудина, кто-то... Я кац евангелие. Притворно, да. Притворно. Стало то есть, человек притворился. Ну, человек стало. Проповедником. Стало слудина. И начинает проповедовать. Аллилуйя, Иисус живой. Помните этот фильм? Дзивс, отцеритесь, сила веры, да? Тицибс пакс. Кто смотрел? Курс катеяс. Я обалдел вообще, мне так нравился Man этот tab, проповедник вообще. Он такой, вау, вау, женщина в третьем ряду, помиритесь со своей дочкой. Как это умеет? Ты думаешь, все притворно. Весь утало. Чисто аферист. Аферист, аферист, а пацан исцелился. И дождь пошел, помните, да? И он видел, говорит, что за дела вообще? Каспалету весь пар. Что за дела? Господи, Господь мой аферизм развалил. Аферизм... Я же знаю, это и все Hello. Брехня. Что он исцелился? Мали, и что дождь пошел? Я не понял. Вы понимаете? Богу даже аферисты, Дива, проповедники нравятся. Это не к тому, что... Аллилуйя, получил откровение. Аллилуйя, Саня, ты откласс. Понимаете, даже притворно. Сопротит, поталует. Библия говорит, не суди никак, прежде чем Господь придет. Рекси, не суди, когда мы ведение строим, Бог, я хочу, чтобы твое движение Dios, продвигалось. Грибам, кустība, продвигалось. Attīstītos. Тогда что-то происходит. Tad arī kaut kas notiek. Тогда внутри нас Tad iekšā mūsos что-то происходит. Kaut kas notiek. И Бог начинает благословлять. Un Dios sāk svētīt. Он может благословлять деньгами. Viņš var svētīt ar naudu. Послушайте, что такое благословлять деньгами? Kas ir svētīt ar naudu? Что такое благословение? Kas ir svētīt ar naudu? Я кому-то дал, кто-то мне воздал. Es kādam iedevu, kāds man У меня было таких сотни случаев. Man bija simtiem gadījumu tādu. Но это процветание такое, знаете, шаткое. Когда ты начинаешь служить людям. Bet, tad, kad tu sāc kalpot cilvēkiem, и люди спасаются. Un cilvēki tiek glābti, люди меняются. Cilvēki mainās, тогда процветание не шаткое приходит. Tas а стабильное, стабильное. Потому что велико ли то, финансы, если вы дали человеку что? Я человеку духовное. Garīgu. Я не верю в нищих, Nabagi. Людей, которые спасают других людей. Nabadzīgiem cilvēkiem, это их дело.
И Бог говорит, я благословлю твое дело. Если это твое дело, Бог говорит, я благословлю твое дело. Аминь. Поэтому сегодня я хочу сеять. Вот в это откровение. В это откровение. У нас первая конференция роста. Как она будет дальше? Как это все будет развиваться? Я верю, что нам здесь надо построить сильный жертвенник, чтобы это развивалось. Алтар, слушайте, давайте вспомним, сколько мы денег пожертвовали, чтобы Бог нам воздал 30-60 раз. Тонны, тонны, тонны. Давайте один раз принесем жертву. Скажи, Бог, не надо мне воздавать. Воздай мне служение. Я хочу, чтобы мое служение чтобы развивалось. Чтобы у тебя 10 церквей. Скажи, Бог, хочу, чтобы было 100. Если у тебя 200 человек, скажи, Бог, хочу, чтобы было 400. Если у тебя, допустим, 20 церквей, скажи, Бог, хочу, чтобы было 120. Поставь себе цель. И принеси эту жертву. И мы будем молиться, чтобы пришло воздаяние. Воздаяние служением. Давайте закроем свои глаза. Я хочу, чтобы ты поставил себе цель сейчас, четкую, ясную. Четкую, ясную цель. Просто подумай. Что ты хочешь от служения? Сколько ты хочешь людей привести? Сколько ты хочешь, чтобы домашняя группа открылась через тебя? Может быть, церкви открылись. Сколько ты хочешь людей ко спасению привести? Развитие, развитие, развитие. Начинай думать о своем развитии. О развитии своего служения. Развитии своего служения. Развитии своего служения. Тебе нужно развитие. Бог хочет тебя поднимать. Бог хочет, чтобы ты возрастал. Когда Библия говорит о Самуиле, Библия говорит, что он служил и возрастал. И Бог хочет твоего возрастания. Чем больше ты будешь расти, тем больше ты сможешь сделать для Бога. Я хочу сделать работу для Бога на этой земле. Я хочу прийти перед Богом и услышать: добрый, верный раб. Ты делал то, что мог. Ты выполнял то, что мог. И мне надо помазание, силу, мудрость, ведение, чтобы исполнить Божью работу. Чтобы исполнить Божью работу. Во имя Иисуса. Джера ла блески долу ролу блески тире ла ребиде штира ла рабай. Ребиду фрезу долу ролу блески тире ла ребиде штира ла блеску долу ролу блески Аллилуйя, аллилуйя, Иисус, мы славим Тебя. И мы говорим о новом поколении, как о матери тысячи церквей. Мы говорим о новом поколении, как о растущем движении. Мы говорим о том, что мы все будем делать, чтобы Твое тело росло и развивалось. Господь, благослови во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса. Послушай, сейчас возьми хорошую жертву, хорошую жертву. Я не называю сумму, но я знаю, что хорошие вещи, они требуют хорошей жертвы. И сюда приходите и ложите жертву сюда. Ложите сюда жертву, хорошую жертву ложите. Мы будем делать жертвенник сейчас перед Богом и будем молиться. Аллилуйя. Шира ла блесу толу ролу ру блески тира ла реба толору. Можно музыкантов? Давайте сюда. Джера ла блеси тира ла рабату лору. Лебра биду штира ла бревиду суто лору лору блески тира ла рабату лору ло флеши тия. Албара ла блеску то лору лору блески тира ла рабату лору лору флеши тия. Аллилуйя, фадре лере ла биде штира ла блесу то лору лору блески тира ла рабай. Албери лере фиде секетаре лере биде штира ла блесу то лору лору блес. Албара ла блески тия. Давайте хороший жертвенник сделаем. Хороший жертвенник, большой жертвенник сделаем.
Аллилуйя, Фадри, лере биде штира, лере блеску, толору, лору блеску. Elbre lere bide stira la rablesku toloro loro blesi tira la rabai lebra bide fresu toloro loro bleski dire le ribato loro lo flesu toloro loro blesi tia alleluia padre lere bide stiga rabas cantala la bles alleluia fatro loro loro bleski tira le ribato loro albara la rablesku toloro loro bleski dire le ribato loro remba la fresu toloro loro bleski dire le ribato loro loro bles lebra bide stira la rables sombro loro lo bleski tira la rabai Alleluia, Fadri, lera bide stiga rabasco toloro loro blessi tia. Albare lera bleschi tira lera bide stira lera blessu toloro loro ble. Lebre bide stira la blescu toloro loro bleschi dire lera bato loro lo flesh tia. Alleluia, Fadri, lera geschi tira lera bato loro. Remba raba shanda laro glory, 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 glory. Rende la flesu doloro lo bleschi dire la bash doloro loro bles. Lebre bide fresu doloro loro bleschi dire lera bato loro lo Fatre lere, rembara bashende le glory, 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 share basanto loro.